Я вот не специально вот начинаю вот с этой заставочки, да, твои великие дела, повседневность для любого козла, сына. Ну, для чего? Ну, во-первых, мне просто не совсем удобно хвастаться своими подвигами перед Мариной Галкиной, если кто не знает, многократного чемпиона Европы, мира, параллельно чемпионки России или Союза по туризму. России или Союза так было? Россия. Россия, уже Россия была, да. Поэтому, значит, мой жизненный девиз, один из жизненных девизов, который есть вот в книжке, можете к нам посмотреть, значит, звучит так. Это непостижимость и мука, мчаться со скоростью звука, зная прекрасно, что есть некто, летящий со скоростью света. То есть, да, я со скоростью звука, да. Я вообще, конечно, но вот есть вот такие, которые со скоростью света летают сами. Вот. Марин меня посвятил 12 главу, когда по полярному Уралу ходил. Марин, спасибо, что ты есть, спасибо, кто светишь. Не только мне, а многим-многим. Ее книжка по походу на Чукотке, если кто не читал, это вообще просто шедевр, который невозможно никому никогда повторить. Это вообще просто, ну, преклоняюсь, вот просто преклоняюсь со мной. И второй девиз там вот в книжке есть: молодец среди овец, а на молодца и сам овца. Просто об этом нужно помнить всегда. И... Так, сейчас присоединимся. Так, про книжку. Книжка не просто, все-таки рекомендую, я заинтересован в их продаже. Получила 2 диплома на национальном конкурсе на лучшую книгу о горных экстремальных приключенческих видах спорта. Вот один диплом, второй диплом в иллюстрированных изданиях и их путевые заметки и черки. Соперники у меня были, так скажем, приличные, но я их победил, они по одному диплому получили. Значит, это сколько там, 20 лет, 15 лет моей жизни, 30 походов во всех известных горных системах нашей страны. Мне проще сказать, где я не был. Я не был на Хибинах, Путаранах и Кабдаре, и Фанских горах. Вот, пожалуй, так. Все остальное, в общем, в той или иной мере. Где раз, где два, а в родном Кузнецком Алтале был 6 раз. Это восточные Саяны, это западные, это вот кто там, звездные видно. Это Чуйский хребет Алтай, вершина Купа. Это пик Ленина. Это опять Ергаки. Я почему показываю просто так, ну, чтобы показать, что там есть в книжке. То есть там вот куча 600 фотографий вот таких цветных Кузнецкого Алтала, достаточно хороших моих и моих товарищей, с кем я ходил в поход со мной, и описание тех вещей, тех походов, тех событий, что там были в осень Кузнецкого Алтала. Но это не просто описание таких походов, да, мои личные впечатления, это своего рода методические рекомендации, как становиться туристом, как стать туристом. То есть вот так прочитал, и у тебя так ступеньки, как там добраться, ну, скажем, до того уровня, до которого добрался я, на скорости звука, так скажем. И еще могу по-другому сказать, Алтай. Книга о том, что можно добиться любых вершин жизни, достичь. Но только нужно как можно раньше определиться и понять, чего ты хочешь, чтобы ты этого достиг. Я туризмом начал заниматься в 29 лет, ну, очень поздно. И так об этом жалею, потому что 10 лет жизни, сколько можно было за эти 10 лет жизни сделать, это тоже Чуйские две Ольги. Ну, узнаваемые, да, Кемское озеро, Алтай, Белуха, опять Саяны. Так, это Карпаты зимние. Это зимний Крым, платочек Эрдак. Это приполярный, полярный Урал. Нет, приполярный. Это Кавказ, это вид с Эльбруса, когда уже ничего нету. Красивейшая вершина Среднегорья, гора Монорага. Кузнецких Алатау. Ну, это вот обычное состояние в походах, да, дождь, ветер, снег. А это необычно, это иудейская пустыня Израиль. Это Эльбрус. Это еще одна пустыня в Иордании. А это наше родное Подмосковье. Крым. Это Польша, высокие Татры. Вот она, Панорага, спустились. Но это Марс,
видите, в скафандре двигаюсь. Ну, узнаваемо, да? Значит, это кальдера вулкана на Канарах. Ну, очень красиво, очень необычно. Просто шокирующие виды пейзажа. А вот там на горизонте вот этот, это следующий остров, который там виден в архипелаге. Вот два вулкана, которые здесь были, кратеры которых остались. Так, ну и вот к тому, что в этой книге, сказал, что есть описание, да, чего, все там по нашей стране, по странам СНГ. Все мои походы, передвижения, воспоминания, советы и наставления. До 49 лет я жил в Сибири, в Кемерово, и все походы были оттуда, в ту сторону. 50 лет переехал в город Москву, и пошла, скажем так, окучиваться эта часть страны. У нас появились новогодние праздники, длительные 10 дней, и если в Сибири в эти 10 дней никуда вылезти было нельзя, потому что там 30-40 градусов мороза, это, в общем-то, искать только даже не приключения, а просто смерти, да? То здесь-то в январе хорошая погода, куда-куда. И я первые свои выходные новогодние московские прицелился к Карпатам, списался с ребятами, ну, у меня была там проблема, что брать с собой? Лыжи, снегоступы, кошки, понимания совершенно не было. Ну, взял кушки, прошел Карпаты, понравилось, но не все получилось пройти. В следующий год еще сделал один поход в Карпаты. Ну, сходил один, потому что, скажем так, вся жизнь туристическая, она как-то вот называет для себя, что это наркотик, да? Каждый раз хочется чего-то большего, чего-то нового, чего-то смелее. Так я там прошел через все, да? Начал с пешеходного туризма, участника, потом руководителя, потом горный туризм попробовал, потом альпинизм попробовал, потом попробовал в то время запрещенные в нашей стране категорически соло, как это может одному ходить вообще нельзя, то есть всеми нашими правилами было запрещено. Вот дошел до того состояния, ну там было так, что и ходить уже стало не с кем, в то время было в стране разрух, не только в стране, но и в туризме, никакого ни КСС не осталось, ни турклубов, ничего, ходить не с кем, а хочется. Поэтому пошел один там, сначала в родном знакомом Кузнецком Артау, потом там Саляны и так далее, и так далее. Последнее, не последнее, а самое такое весомое соло достижение, это 22 дня по приполярному полярному Уралу, к Северному Ледовитому океану и обратно. Это вот там как раз вот я и козла показывал там. Иду, весь себя такой гордый, что вот я иду на 400 километров, мега соло, галки воспоминаются, ну что это. И на пятый день встречается Энивода. Думаю, сейчас они тут меня, кто такой, что тут делает, какой-то человек тут. А они, ну, человек идет. Они там, как эти козлы, они там живут, работают, для них это все. Это, вот в таком плане. Значит, вот, ну, после, ну еще было интересное соло-поход по Израилю. У них есть там. Тропа шли из Раи, называется, 1000 километров севера на юг, сюда на север, интересует страну. Вот ее прошел 34 дня, ну и много еще забыл. Значит, возвращаясь к январскому походу в Крым, на Карпаты, понравилось. Потом с товарищем, куда еще можно? Говорит, давай в Польшу съездим на машине, в Высокие Татры, там тоже тепло на Новый год, туда съездили. Потом стал смотреть, где еще теплые места есть, куда можно на январе податься. Значит, вот в Польше я впервые столкнулся с вот этими требованиями разметки. Да? То есть мы с вами ходим куда хотим, где хотим, как хотим, гадим, где хотим, сколько хотим. А там же так, палатки ставить нельзя, нигде нельзя ставить, костры выжигать нигде нельзя, ходить можно только по тропинкам и больше нигде нельзя. Мы с товарищем едем, понимаем, вообще как это вообще, что это за поход, что это за принцип такой, что если ничего нельзя, приехали, увидели, значит, в Татрах там миллионы людей ходят в этих Татрах, лес чистый, ну, зимой, правда, не все видно, все чистое, тропинки подписаны, тропинки натоптаны, все. Вот впервые соприкоснулся с вот этим цивилизованным туризмом, как я его называю, где все обустроено и где порядок и чистота. А следующий поход был летний,
на остров Тенерифе на Канары, где тоже столкнулись с какой-то разведкой, понять не могли, что это за тропы, и еще там знаками что-то нарисовано какими-то, и еще на этих тропах какие-то крантики с водой стоят, потому что там жарко, и воды, ну, сложности с водой. И уже только потом, когда стал в тему гражданства, понял, что во всей стране, во всех странах мира, в Европе, вот у меня тут выдачка есть, как информация, во всех странах мира вот этих отмеченных троп целая куча. Ну, например, просто Австрия. В стране проложено около 44 тысяч километров пешеходных троп. Построено 700 хижин. Многие из них находятся в высоких горах. И для большинства троп имеются карты в масштабе. Описание карты выпускается в немецком и английском языках. Венгрия. Создана сеть маркированных пешеходных троп 11 тысяч километров. Ну, есть карты. Германия. 200 тысяч маркированных троп. Голландия. 35 пешеходных троп. 6 тысяч километров. Ну и так далее, и так далее. В каждой стране есть вот эти тропы, по которым ходят куча туристов, не таких, как у нас, вот со спортивным рюкзаком, в котором все загружено, ушли и больше никого не видят. А ходят самые обычные люди. Ходят на выходные, приехали с семьей, вышли, вот к тропе доехали, поставили машину в тех же палочках. Тропа вот так вот проходит, поперек страны, что ли, вдоль побережья океана. А дороги вот так вот, через, скажем, там 10-20-30 километров через нее проходят. Мимо этой дороги проходишь, пересекаешь ее, стоянка для машин. Стоят там несколько машин, приехали люди на выходные, машины оставили, взяли рюкзаки и там откуда-то куда-то проходят сами. То есть, люди ходят с семьями, ходят. В Израиле видел инвалида, который вот так вот с тросточкой вот идет там по пустыне, по этой тропе. Какой-то такой кольцевой маршрутик небольшой, там 10-12 километров, за день она обойдет, вернется с ним. Детей. В нашей стране, насколько я знаю, этого нигде ничего нет. Ну, вот попробуй, набери на клавиатуре Апалачская тропа, а тебе там выйдет 50 страниц всяких описаний, кто был, где, что видел, как готовился, какие фотографии и так далее. Набери у нас хоть какой-нибудь такой маршрут, ничего не набрать нельзя. Единственное, что в нашей стране вот это делается, это Байкальская тропа, вот 10 лет энтузиасты там пытаются что-то прокладывать. Но для таких троп обязательно нужна инфраструктура соответствующая. Во всей Европе, в Америке, там, в других странах она есть, потому что очень густонаселенные, везде дороги, везде населенные пункты, поэтому одно с другим связано. У нас после Байкала что там есть самое? Ну, вот 300-400 километров. Если кто читал отчет Ерохина, бегал ультрамарафонец, кто не читал? Этим летом он пытался пробежать вокруг Байкала 2000 километров, так, правда, по очень хитрой траектории, но тем не менее, его там укусил клещ, он дистанцию не закончил. Ну, вот он пытался вот такое впервые сделать. Тропы строятся вот уже 10 лет, и там всего там километров 200, может быть, настроили, причем они кусочками, 10 километров там, 10 там, 10 там, то есть это не попало, там просто красивые места для посещения. В прошлом году начали, в этом году запустили Севастопольскую тропу. Большая Севастопольская тропа, правительство Севастополя, молодцы, конечно, слов нету. У тебя метр? Они на уровне городского совета как, сделали бюджет, сделали разведку тропы, создали паспорта всех маршрутов, там крышечки, то есть сделали работу так, как она должна быть. И тропа сейчас, можно сказать, что единственная тропа в стране, которая маркирована, которая размечена, которая официальная, они проходят через какие-то там заповедные места, все оговорено, все на законных основаниях самое. Других троп больше просто не знаю. Златоусте, там национальный парк забыл, называется. Ну там небольшая совсем километров. Это уже получается от Крыма еще. Вот Крым это вообще заповедник троп, да, там с советских времен осталось очень много троп, маршрутных троп, да, которые. И, а сейчас там много всяких коммерческих баз, и вокруг этих самых коммерческих туристических баз какие-то кольца сделаны, вот используются, чтобы люди приехали, там заплатили денежку, прошли там 3, 5, 7, 8 дней таким образом. Но это тоже не то, это коммерческий туризм. А вот эти тропы вот этих стран, они позволяют что? Они позволяют другому человеку. Вся информация в открытом доступе, есть карты, есть все на свете. Они позволяют вот приехать, сесть, пойти, по разметке пройти, не надо никому ничего не платить, ничего не надо делать, не надо быть никаким ни туристом, ни опыта, не надо ничего не иметь. Ты вот просто можешь совершенно спокойно путешествовать там, с семьей, сам себе и так далее.
Вот это Апалачская тропа, которая проходит через всю страну. Я приехал отсюда в Атланту, намерился пройти порядка 1200 километров за 40 дней, но за первых 5 дней она мне так наскучила, была настолько неинтересна, как мне показалось, прошу прощения за такое, но вот тем не менее. Наша сибирская тайга значительно красивее, там много больше разных, разнообразных деревьев, кустарников, там как в калейдоскопе, все это меняется за каждым шагом, за каждым поворотом, новые картинки открываются. А здесь идешь холмы, как на Южном Урале, и заросшие вот такими какими-то грецкими орехами, или что-то такими дубками, вот просто палки в небо уходят, и все, никаких ни видов, ничего нету. И я на пятый день свернулся и решил так, кусками проехать сколько-то, пройти другую часть, посмотреть, может, в другом месте тропа интересна, потом еще проехать, еще пройти. Ну, три участка я прошел, у меня 400 километров получилось, дошел до Вашингтона и на этом, в общем-то, успокоился. Красивее нашей сибирской тайги нету, исключение составляет Крым. Значит, вот таким образом у них размечены тропы, только для людей, больше ничего нельзя, ни палаток, ни костров, ничего. То есть палатки ставятся только в строго определенных местах, там, где вода. Причем очень интересно, что вода и костер разводятся, источник воды и стоянка не в одном месте разносятся, чтобы не загаживали стоянку. Как у нас сразу носки моют, кастрюли стираются, моют. Вот интересная тропа Швили-Сраили. Начинается с севера и до юга, 1000 километров. Тропа красивейшая, просто в южной части. Это горная пустыня, просто интересная дикая. Это вот то, что я рассказывал про Байкальскую тропу. Это вот красные точки, те места, в которых они сделали какие-то кусочки тропы. Сейчас они вот сделали вот здесь большой кусочек от Лестянки, до там, километров 150 получилось. Уже можно делать поход. Вот еще место интересное в нашей стране, Кузнецкий Алатай, в котором находятся как приюты, так называемые, в которых можно остановиться. Ну, теплая крыша, печка самая, и зимой, и летом там можно, скажем, жить. Но, опять-таки, единственная проблема, если ты придешь, там все занято, что дальше делать? Значит, а вот это вот вообще суперинтересная тропа, Камила де Сантьяго, если кто слышал. Значит, все тропы, как правило, с точки А в точку Б. А здесь вот эти вот тропы, видите, это все тропы, они сходят со мной в эту самую точку, вот сюда. Сантьяго де Компостела. Здесь находится мощь святого апостола Якова. Прошедший по тропе там какое-то количество километров, по-моему, там около 100 километров, получает отпущение грехов, ему выдается официальная такая. Хочу в следующем году отправиться. Значит, бумага о том, что грехи им отпущены. То есть место почитаемое на уровне Ватикана и Иерусалима, вот в таком плане, в христианском мире, вот третье место. Стекается с Франции, с Германии, с Великобритании, с Испании и Португалии, все сюда в одно место. Опять-таки труба размечена, более того, там существуют специальные, какой-то паспорт заполняешь, что ты паломник. И по этому паспорту ты живешь в каких-то там специальные, как бы это назвать, отели, не отели, какие-то приюты, в которых там цена существенно отличается от всяких гостиниц и прочих хостелов. Значит, есть место, где ты можешь готовить пищу. Все сделано для того, чтобы эти паломники, странники могли передвигаться по стране. В нашей всей стране ничего подобного нет. Поэтому, погуляв по вот этим вот национальным тропам мира, последний раз, это было прошлой осенью, я вернулся с Ликийской тропы в Турции, а мой товарищ приехал из Крыма. Мы сидим, обсуждаем, я ему про Ликийскую тропу, про Крым, и в какой-то момент времени у нас так получилось сочетание «Крымская тропа». И мы вдвоем с ним загорелись. Александр Храмов, мой товарищ по форму скиталец, по сайту скиталец. А давай, мол, сделаем Крымскую тропу, почему бы и нет? Я как-то к Крыму так относился, так, спокойно. Был там один раз, в общем-то. Я вообще стараюсь два раза в одно место не ходить, потому что жизнь такая короткая, места столько много, спасибо. А слышно всем? Нет, на бане слышно, да? Ну, вот настолько так загорелся, что меня в этом убедил, и, в общем, теперь горю я сам.
И вот мы всю осень, 6 месяцев рисовали вот этот маршрут, потому что самая главная проблема Крыма была, как из множества красивых мест Крыма, из великого множества, отобрать малое множество. Мы там собрали каких-то товарищей на краеведческом форуме, странников, которые там любят Крым, каждый год ходят в Крым и больше никуда. С их помощью пытались рисовать карту, вариантов было очень множество. В конце концов пришли вот к этому. Значит, и в мае месяце, скажем так, собрались проходить. У Александра не получилось там по семейным делам, обстоятельствам. И я нашел там товарища, кому я сориентировал, и мы с ним прошли вот эту часть. Эту часть мы с ним прошли вдвоем, это 5 дней было, да? Больше у него отпуска не было, он поехал домой, а дальше я пошел один. Вот это я все прошел, здесь вот так срезал тогда. Это, вот этот маршрут уже составлен, скажем так, с учетом моего прохождения и какого-то уточнения, да? То есть первоначально было запланировано, скажем, по лесу, но леса в Крыму, мишка хорошая. Значит, не давно, гораздо интереснее, потом покажу. Срезал вот так, здесь прошел. С Краби Яйлы я упал, потому что меня ждали на Демержи, я не успевал пройти. Значит, здесь по побережью проехал, вернулся сюда. Сделал я разведку на... Самому-то плохо видно. На Демержи, потом на Чертердак. Опять переехал на автобусе до Ялты. Из этого места вот здесь... Прошел Крымский каньон, который очень много слышал, думал, что будет очень интересно, но никакого впечатления не осталось, и с карты мы круто выбросили. Это Ай-Петри, и вот дальше вот здесь. Вот это красное, это большая Севастопольская тропа. То есть вот она в Севастополе начинается, и в Севастополе там заканчивается. Ее использовали как часть большой, как часть Крымской тропы. Ну, вот эта часть с Крымской тропой, с Севастопольской тропой. Вот эту я называю Керченская тропа, потому что она имеет право на существование, на отдельное. Мне очень понравилась вот эта Керченская степь, Керченская плоскость. Буду показывать фотографии, посмотрите, может быть, заражу. Ну, это вот средняя часть. Ну, наверное... Знаете, они все, хотел сказать, самое интересное, они все интересные и по-своему интересные. Для прохождения вот использовались вот эти карты, красненькие нарисованы маршрут прохождения, так скажем. Треков не было, были просто пометки оттуда, туда, туда. Но использовались, вот если видно там вот желтые линии, да, использовались, максимально использовались существующие тропы оставшиеся советских времен. Вот они имеют свои названия. Там 206-я тропа, 205-я, 204-я, 208-я. То есть, так почему еще и Крым, что вот в Крыму была такая возможность завязать эти тропы, в единое целое связать и получить вот соответствующий маршрут. Ну, вот еще пример. Значит, подразумевается, что это будет тропа сквозная, но на этой тропе со временем будет и есть куча всяких изъявленных выходов, которые могут показать там кроссорты, да? И каждый по-своему. Кто-то любит больше природу, природные участки. Кто-то любит там военные какие-то остатки объекта, еще что-то, да. То есть вот можно посмотреть. То есть реальных выходов здесь можно делать целое множество. Были споры, а вот как там быть на тропе или сходить на Массандровский дворец посмотреть. Ну, скажем так, поскольку мы с Александром были, как во главе этого движения, то мы просто отменили все эти культурные вещи, сказали так, Массандровский дворец нужно приезжать потом с семьей без рюкзака. Но она так по жизни получилась, да, когда тропу прошел, я захотел туда сходить, и Крым просто так не отпускает, там много красивостей не только природных, но и культурных. Ну вот еще раз Крымская тропа. Значит, ну а сейчас я вам просто начну показывать фотографии и рассказывать, какая, что она из себя представляет, чтобы вы так увидели и посмотрели воочию. Значит, это вот начало маршрута, это Керченская переправа, вот, вот здесь вот самое. Начинаем движение. Вот, видно Керченскую переправу. Весна, осень, красиво. Вот, собственно, отсюда начинается Керченская тропа. Вот сюда вот первое движение, первая вершина.
на этом, аж на 71 метр высота, вот она, вид на море. Вот такая степь. Цветочки, запахи, чирикают, репейничают, ежики бегают. А живности довольно много. Ежиков неоднократно видели, зайцы бегают постоянно, птичек летают всяких разных размеров очень много. Ну и полозы, которых мы тогда не знали, что это полозы, и от них шугались, потому что очень много. Вот это вот самый знаменитый мегамост, да, вот так приятно посмотреть, пройти под ним, рядом с ним, кто-то много писали. Ну вот дорожки кончились и начали просто по воде шлепать пешком. Это вот я показываю свой рюкзак, с которым перестарались. Симферополе закупили кучу продуктов, там два батона, кефир, там воды, еще что-то, молоко, в общем, это, ну, лишний килограмм 5 продуктов купили, наверное, и, наверное, еще столько с собой везли. Потому что первоначально задачу, которую мы ставили, прокладывая маршрут, максимально обойти все населенные пункты, и потом я понял, что это неправильная задача, населенные пункты должны попадаться через каждые там 2-3 дня, чтобы можно было какие-то припасы купить и не таскать с собой. Когда легкий рюкзак, то в день нужно делать значительно больше километров. То есть у нас первую неделю там получалось по 40 километров, где-то там, где-то и больше. Вот полный рюкзак полегче, можно было еще больше делать. Почему это было так без всякого напряга, просто шли и шли, и сарафонники получались. Вот тут нас утянуло вниз, захотелось к морю, и мы прошли мимо грязевых вулканов. Вот очень явление очень необычное. Только в Крыму и только на Кубани есть такое явление, грязевой вулкан. Прошли мимо. Грунтовые дорожки. С водой плохо сразу. Даже в мае месяце, вот только что все кончилось, воды нет. Вот это бетонное кольцо, ну, мы там на карте на своей пометили. Здесь какая-то водичка есть, можно будет потом набрать, прокипятить. Вот такая вода. Ну, как вода вроде как есть, умирать будешь, покипятишь, пропьешь, пофиклюешь, но, значит, да, вот такую воду нужно таскать с собой. Ничего страшного в этом нет, просто надо к этому привыкнуть. Ну, в Израиле я с тобой таскал 4-дневный запас воды, там, на 15 литров. Но деваться было негде, потому что там где-то было негде. А тут, ну, 3-4 литра понести с собой, никакой проблемы нет. Вот прошли по побережью Азовского моря, просто приятненько. Это вот какой-то дельфинчик. Цветет, все пахнет, жужжит, летает. Это вот опять прошли по полю, снова вышли на побережье, но здесь уже камень пошел, удовольствие было маленького, океана наелись. Это показываю печку, если кто знаком, не знаком, печка-щепочница, вот две батареечки, вентилятор от компьютера. По производительности примерно равна горелке. Есть плюсы над горелкой, есть минусы. Ну, горелка все-таки как взял и приготовил, но нет ощущения костра. А здесь есть все-таки какой-никакой костерчик. Сидишь, подбрасываешь щепочки, можешь там какое-то время проводить, там с печкой разговаривать, если один. А что там батарейки берут? Так они вентилятор крутятся. А, дует. Вот в этой приставочке стоит вентилятор. Вот здесь вот вентилятор. И две скорости есть, да, медленное кипение, быстрое кипение. Значит, есть печки щепочные, я начинал, пытался сам делать, у меня пару моделей есть из кружек. Но если нет поддува, она работает просто как, ну, щепочница, горит себе потихонечку. Когда ставишь вот этот вентилятор, она, мощность ее там равна примерно мощности горелки. То есть я там проводил эксперименты, где быстрее закипит. Ну, горелка, да, конечно, но горелки мало чем уступают. Потом... А вес сколько? А? Вес сколько? Вес 360, что ли, грамм, и больше ничего не надо. А если ты берешь с собой горелку, там 70 грамм веса, то к ней надо там сколько? 2-3-4 баллона газа, которые там каждый весит 300-400 грамм подгорится. Поэтому вещь вот в этом плане экономия веса удобна, костер такие... Ну, я беру то и другое обычно. Батарейки слабое место. Батарейки хватает на год. В абсолютно. Даже вообще и не думать про то, сколько это вентилятор. Вообще даже нет. Слабое место какое? Слабое место – это контакты, которые здесь есть. Контактное место – это вот этой собственной батарейки, выключатель, который есть. Потому что если это корродирует, если это вот там как-то замыкает, ну, электричество есть электричество.
Но опять-таки, скажем, в том же Израиле она у меня померла, вот чего-то, собственно. А, я тогда не разобрался, там просто батарейки померли, а я думал, что там что-то вентилятор, двигатель, что-то так самое. В общем, она просто снимается и работает без не помрешь. Это, как мы обсуждали, не тимористовский коврик, который сдулся, и вы уже ничего не сделаешь. Убрал вентилятор и просто на будет работать. Если на ветер поставишь, не то что выживешь, а раньше с ними не ходили без вентиляторов, это вот последнее. У меня, я с ними хожу уже, наверное, лет 8-9, не соврать, где только не был, великолепная вещь. Так. Это вот подошли к озеру Чукрак, соленое озеро, уже под вечер, 8 часов вечера. Ручей не нашли и стали в садоводческом обществе. Вот знаете, зарубежные походы чем хороши, вот где бы я там не был, я был просто вот очень удивлен в Израиле, когда мы там пришли. Значит, я шел один, на четвертый день похода выхожу в точку, где стоянка написана, пытаюсь найти воду, воды нету. Но я также предварительно списывался с товарищами израильскими, говорю, где что там. Мне надавали кучу телефонов, если что, звоню. Там 7 часов вечера, я звоню, Михаил, я вот вышел, вместо стоянки были, и воды нету, где воду найти? А говорит, здесь нет воды, еще, говорит, 4 дня не будет. Я говорю, как так, это же вот вместо стоянки. Ну, у них там как принято? У них можно сесть на машину, доехать до заправки, взять этой воды, вернуться обратно и идти дальше в толпе. Я, говорит, завтра к тебе приеду, привезу воду. Я очень удивлен. Ну, товарищ, с которым там на форуме переписывался, и готов ко мне там за 200 километров приехать, привезти воду, чтобы я там не это. Вот. Я вышел на дорогу, проголосовал, чтобы остановились машины. У них это принято с пустой бутылкой. Голосуешь, тебя остановили. Но время было уже 8 час, темнело, поэтому никто не поймался. Утром подъезжает машина, приезжает Михаил. Привет, привет. Вот тебе вода, вот тебе моя жена, она пойдет с тобой дальше. И товарищ еще его товарищ сам. Я так сразу, ну я себя так вот. Пытаясь там за Мариной угнаться, говорит, там надо мне быстро ходить или долго, а это будет обуза. Когда мы пошли, я за ними, ну, угнался, конечно, но это хорошие ходоки. Вот. Воду там принято либо закладки делать, либо вот так вот на заправку где-то покупать. То есть вода покупается, носится с собой и так далее. У них там вообще нет таких ходоков. Поэтому вот в Керчи для меня это было вполне обыденным явлением, таскать с собой воду. Это вполне нормально. Просто ко всему надо привыкнуть. Это вот такая интересная коса. Вот здесь Азовское море, а здесь озеро, соленое озеро Чукрак. Вот это вот перешеечек, который здесь есть, сколько там, 50 метров, наверное, шириной. Значит, здесь раньше добывали соль. И она чем интересна, при определенном свете, вот в определенное время суток, она становится вообще красной, просто красный оттенок. Я смог застать такую, у товарища есть фотографии, там просто такое бордово-красное. Ковыль местный, вот это степь. Я просто влюбился в нее, ну, может быть, потому что я в гор очень много находился, много чего видел, может быть, скажем так, приелся. Мне очень нравится тундра, очень нравится пустыня и вот очень нравится степь. Почему тундра нравится? Вот так, знаете, стоишь, а у тебя со всех четырех сторон, куда ни повернешься, только линия горизонта и больше ничего нет. И чавкающее болото под собой. Все. Все, никаких не ориентиров. Вот солнце где-то там вверху, самое голубое небо, зеленая трава везде и линия горизонта с четырех сторон. Не знаю, лучше картины не знаю. Это вот Азовское море. Значит, в мае месяце вода еще холодная, людей еще почти никого нету, вот, поэтому все везде свободно. Летом я там думаю, ну не то что думаю, там вообще говорили, что народу везде предостаточно. Ну вот на Керчи было очень тепло, вот все дни керченские было тепло, само вот в таком виде двигался. А вот это вот полозы, которых мы шугались, боялись, не знали, что это такое, там звонил по телефону, пишу, ты напиши, что это такое, вот желтое, серое, там вот ползучее. Ну, мысли как-то в голове. Но там есть и змеи серые, черные, а? Там есть и змеи черные. Есть, покажу дальше. Вот. Ну потом на какой-то день кто-то нам сказал, что это полос, типа не страшно. Но приятного мало, когда они у тебя под ногами просто шмыгают. Очень много. Это какая-то газостанция. Думали найти воду, здесь нет, воды нету.
А вот на любой зарубежной тропе был бы обязательно выведен краник, была вода. У них там даже что, вот в той же Турции, да, на Ликийской тропе, очень много мест, где стоит какой-то краник с водой в каком-то гранитном таком постаменте, и написано, что село сделано таким-то, таким-то. То есть люди просто, богатые люди, которые могут себе позволить, выводят для путников вот эту воду, чтобы можно было проводить водопровод в тропе, чтобы люди могли пить. Ну, вот какой-то ручеек нашли, то есть вот здесь, в принципе, вода будет. Ну, при желании, так, если стулу засунуться, то можно от жажды помереть. Но если ты к этому готов, если ты понимаешь, что там, что где есть самое, то никаких проблем абсолютно нет. Вот здесь мы искупались, ну, как искупались, искупались не то слово, туда и обратно. Ну, холодно, в мае Азовское море холодное. А вот черное было уже теплее, что увидите. Ну, там через 5 дней, ну, окошечник такой футуристики. Встретили велосипедистов. Для Керченских полуостров, для велосипедистов просто раздолье. Просто раздолье, вот такие хорошие дорожки, вот такое везде ровненькое. Велосипедистам там надо пусть тоже не делать. Вот она еще из Керчи. Это нашли, ну как нашли, мы знали, что где-то здесь есть вот этот родник, бывшая водокачка. Местные жители подсказали, что вот туда. Вот так мне, конечно, сложно. То есть надо идти, если идешь в Крым, Керчь, надо не просто понимать, что вот здесь где-то есть источник воды, а нужно иметь его точные координаты, потому что без них ничего не найдешь. Потом дальше остановлюсь на этом моменте. Значит, все лесопосадки, которые на всех картах показаны, такое очень куцое зрелище. Видимо, они были когда-то лесопосадками, а потом они вымерли, вместо них там какие-то кустики наросли. Ну, поскольку маршрут прокладывали по облснику, по космосу, то есть вот в этом месте у нас получился вот через это вспаханное поле, да? Ну, это еще полбеды, а вот в этом месте получилось еще через вот эти вот, как через эту пшеницу, наверное, все-таки. То есть по итогам маршрута, кое-где тропа была изменена, чтобы так, на такие вещи, ну, не попадать, приходить мимо. Значит, вот интересная вещь, как балки. Да? Много читал, слышал, никогда не сталкивался, что такое балки, крымские балки, керченские балки. Ну, это вот такие пологие овраги заросшие, вот балки поставили. Сильный ветер, а в балке выпьет ничего. Это следующий день, да, то есть вот идем, непогода началась, то есть вот хорошая погода закончилась, да, это вот с утра дождик, идем вот куда-то туда, ориентировал вот та горка. Вот это у них долинка такая весьма интересная, своеобразная. Вот это такая гряда каменная, вот, прям как искусственная какая-то стеночка. Это вот мы ее прошли, вот зашли вот с этой стороны. Не знаю, насколько вам интересно вот эта степь, вот то, что я вам показываю. Ну, не знаю, меня это просто захватило, понравилось. Ну, вот так холодненько. Вот такие вещи. А это еще одна достопримечательность местности. Называется Змеиный вал, Змеиные рвы. То есть их там порядка 8 по России было сделано, в Крыму 3. То есть они сейчас, конечно, уже оплыли. Размеры не те стали, не так впечатляющие. Это была защита от каких-то врагов, кого-то от кого-то. История так не уточнила, уже не смогла достоверных сведений получить. Но они десятки километров в длину. Значит, май месяц самый такой, как сказать, влажный, и земля вот уже такая. Это вот показанное на карте озеро. Озера нету, вот так заросло. Цветочки, цветочки, цветочки. Много памятников. Весь Крым, Керчь вся в памятниках. В памятниках войны, памятникам погибшим. Памятники довольно ухоженные. То есть, в общем-то, сказать вот, такого ничего не могу. Вот это называется лесопосадка. Вот мы нашли первый лесок в Крыму. Он был в самом деле так. Интересен, да, остановились, соскучились по лесу. А вот это вулкан Джао-Тепе, грязевой вулкан Джао-Тепе,
нарисовать, по-моему, 50 метров его высота. Ну, было интересно, что такое сама, да? Так, это вот мы к нему подошли здесь обедом. Я уже рассказывал, что вот набрали воды из пруда коровьего. Это вот фильтр катодин. Процедили эту водичку и приготовили. Так, вот что мы развернулись. Приготовили, поели. Вот он ближе к вулкану. А по большому счету это просто в настоящее время куча высохшей грязи, заросшей какой-то травой. Но в свое время его извержение было достаточно интересное. Ну, извержение, опять-таки, все относительно. То есть это холодная жидкая грязь, которая изливается из земли. Холодная – это вот как родниковая вода. И вот таким образом это самый большой такой набрался. А еще в Крыму, в Керчи, есть еще, наверное, десятка-полтора, которые поменьше, там, с 10 метров высотой. Но вот если такой рядом с домом просыпается, то дома уже нет, он его зальет. Ну, тут вот так. То, что есть, то, что есть. Это вот верхушка, скажем, вулкана. Это вид с него. Это вот то, что наверху. Местные живности. Степь, степь, степь. Разные, на разных местах по-разному. Это вот, ну, ищем дорогу, где получше. То есть дорог как таковых, значительная часть маршрута практически к степи идет просто по степи, вот по такой, вот, ну, ни дорог, ничего нет, а просто по степи. Ну, ходится в любом месте, ходится приятно. Так, это колючка раздавленная первая. Место привала, то есть вот здесь на карте, на Google снимке был какой-то водоемчик, водоемчика нету, но воду уже были научены и несли с собой. А здесь, скажем так, вторая опасность Крыма, что ли, ну не опасность, а в Крыму то, что нету воды, это раз, а очень много военно-морских всяких и армейских баз, полигонов всего на свете, начинают бомбометание и просто лидерить, вот, и попадать туда не стоит, раз. И второе, много всяких заказников, заповедников, на которых тоже там вход-проход запрещен, тоже попадать не стоит. То есть по Крыму, как по Сибири, ходить в любом месте просто нельзя, иначе, ну, попадешь никуда. Значит, здесь у нас был проложен маршрут вроде как вдали от полигонов. Подхожу, вижу такой знак. Проезд, проход запрещен, мне туда надо. А что там, полигон для бомбометания, ничего. Там рядышком. Прошелся рядышком, а потом все-таки пришлось завернуть туда. Но после этого маршрут поправили, и он пошел выше севернее. Ну это вот опять тоже высохший водоем, который там должен быть по карте. Это, ну, тоже какая-то местность. Вот единственный памятник, который был встречен в таком, скажем, не совсем отрядном виде, не покрашен. Вот из этого озера мне взяли водичку, не озеро, а пруда, да, который был чистенький, вроде ухоженный, и эту водичку решили не фильтровать, вроде так хорошая, с трудом выпили чай, совершенно невкусный. Вот это уже к морю, вот там море, на горизонте. Вот оно. Краб ползает километр до моря, а он что-то здесь делает. Вот такой участок, это Керченский участок Черного моря. Вот такие сыпучие обрывы. Ну, мы, естественно, спустились вниз, там пообедали, искупались. А дальше надо было, штурманом подразумевало, что пойдем по верху, мы пошли по низу, что совершенно неправильно, потому что внизу, вот в этом месте очень такие осыпные, нехорошие склоны, просто камни опасные. То есть надо вот в этом месте ходить по верху. Вот это живая. Причем я ее спугнул, эту или не эту. Она поймала какую-то рыбу со стороны головы и начала ее на нее наезжать, переваривать. И мы ее спугнули. Она в море, так вот, голова над водой, рыба из головы торчит, вот туда. Ну, красивая. Ну, это вот море, человек, да. Припоем набил этой кучи свалки, конечно.
А это мы подходим к фронтовому водохранилищу. По карте она показана того размера. Нам надо было пройти краем его. Пошли краем, оказалось, что она высохла, и там присохла. Мы идем, собственно, по дну водохранилища. Вот она вот такое всякое разное. Курган Славы, плотина водохранилища. Сбросной. Это канал, как он называется, воды из Днепра проведенные, но сейчас Украина все это перекрыла, и он стоит пустой совершенно, воды нету. Воду попросили, зашли в село, у них много сел, в которых люди живут, но нет магазинов, нет воды, но ничего нету, да, то есть мы зашли, попросили, нам налили воду. Воду им привозят, вот такая, бункер у них подземный туда привозят. Воду они стевают и этой водой пользуются. Набрали воды и пошли дальше. Это сливной канал излишков воды из водохранилища в Азовском море. Вдоль него прошли, остановились возле лесополосы, там поселили. А вот это еще одна интересная вещь, называется Севаш, Гнилое море. Очень много столов дымного. Ну, помним, да, Севаш, преодоление гражданской войны. Освобождение Крыма, вот, подвиг красноармейцев, которые переходили этот Севаш осенью. Вот к нему было интересно посмотреть. Вонючее море в самом деле, то есть на подходе за 100-200 метров начинает уже пахнуть так, что ну, некрасиво. Здесь куча всяких водорослей, которые прибиты к берегу, которые гниют, и вот этот вот самый запах издают. Вот он. Набрать водички, пытался выглянуть, может быть, где место есть почище, нет, ничего никакого там места нет. Водички набрать не берешь. Это вот Арбатская стрелка. И город, не город, ничего, который там расположен. Прошли немножко по побережью и в лесопосадке ушли вот туда. Ведь вперед, ведь назад. Это вот система орошения, каналы с водой, сухие каналы с водой. По этим полям попетляли. Вышли в село, большое село, даже населенный пункт позвать Владиславовку. Там мы расстались с напарником, он поехал пару дней там на побережье Крым еще позагорал, а я пошел дальше. Ну, скажу так, дальше было скучнее, когда были надежды. Значит, вот этот самый фильтр под один, который воду фильтрует и можно пить из любой лужи без кипячения. А вот это вот заводчик, который я тут уже кому-то рассказывал, да, то есть считаю непременным атрибутом любого туризма должен появиться самое для того, чтобы свои испражнения закапывать и чтобы больше нигде ничего не было. Потому что ну, в Крыму пришлось встречаться, ну как в Крыму и везде в нашей стране встречаться в том, что рядом с тропой, рядом со стоянкой войти, отойти опасно. Все загажено и изгажено. Вот очередная, то есть нужно было подняться на эту возвышенность. Это называется у них хребет. Пустота хребта там метров 80, а это скотогонная тропка. То есть вот по ней гоняют скот на ту сторону хребта. И я по ней присмотрел ее с вечера, утром переночевал и утром по ней гнался. Это уже вид туда ближе к Феодосии, уже пошли видны горы. Ну вот так смотрится очень даже интересно. Опять памятники. Это вот пошли старокрымские леса. Вот они такие, в отличие от нашей сибирской, такие, никаких буреломов, никакой травы, чистые, свободные. Значит, я вышел в этом месте на запланированную стоянку десантников, стоянку нашел, источник воды не нашел, поплутал, пошел домой в следующем году, еще успею, там часа 4. Ну, а тут, ну, понял, что вот в этом месте похоже, должна быть водичка, да, спустился, набрал водички из какой-то лужи. Вот она есть, да. Ну, пополам с мухами. Очень легко от них избавился, так вот перевернул. Они все на два цели, пробку открутил, там, секунда, водичка слилась вместе с мухами, все дальше. И кровать не фруктовал, слетел, воды хватило. Значит, это вот вид с этих грибы. Карадагский заповедник. Тыбель, родина планеризма. Ну, вот с вершинки смотрится все это интересно.
Но вот дорог, там вот таких дорог целая куча, идут параллельно друг к другу, куда идут, как идут, в общем, как сказать, сбудился, не сбудился, но ушел немножко, вела левее. Переночевал, с утра пришлось километра полтора вернуться назад, дальше идти. Ориентироваться вот в этих местах, ну, очень сложно. Много дорог, непонятно что. Появилась первая разметка вот этих старых советских троп, но тут же появился знак. Таких знаков еще несколько раз видел. И, как правило, не всегда снимают. Ну, в общем, ну, что делать? То есть по маршруту мне там, да, тропа написана там, что, ну, пошел дальше. Прошелся все. А дальше пошли вот такие бугры. Один, второй, третий, четвертый. В общем, много-много. Где нахожусь, в каком месте нахожусь. Ну, примерное понимание есть, а вот где конкретно привязаться невозможно. Значит, и куда тут дальше идти тоже. То есть вот, не то, что заблудился, но сложно. Сложно вот где, куда, вот что за бугры, какие самые. В конце концов нашел, ну, вот в этом месте все-таки нашел, привязался и вышел к следующему очередному источнику, который называется Водяная палка. Вот он, обошел его там, ну, не совсем кругом, но большую часть обошел, воды нету. И следующая вода там к вечеру, а у меня обед. Ну, до вечера не дойду без воды, жарко, очень жарко. Принимаю решение с маршрута свернуть, зайти на северный пункт, который тут рядышком. Пошел в Шебетовку. Это было как раз 9 мая. Вот виноградники пошли, старые лозы. Это спящая красавица. Вышел на северный пункт Шебетовку, в магазин. Закупил себе ряженки, еще чего-то там. На крыльце сижу, ем обед этой едой. А 9 мая музыка играет, люди ходят, там, поздравляют друг друга. Я их поздравляю. Тут праздник чувствуется. И дальше, ну, через Шебетовку прошел и вышел на бухту Эчкида. Прекрасное, чудеснейшее место. Место это полуострова, скажем так, Меганом, откуда начинается. Наверное, одно из самых красивейших мест Крыма, но это все опять-таки на любителя. Вот кому нравятся вот такие пустынные горы? Мне нравится. Вот это горные пустыни называется. Вот я вышел на эту очередную стоянку и снова начал искать воду. Воды нету. Ну, должна быть, нету воды. Поскольку у меня опять телефоны были крымских товарищей, звоню, где? А вот туда, туда, туда. В общем, час 20 у меня ушел на поиски воды. То есть в Крыму все стоянки, источник воды настолько замаскированы от стоянок, не подписаны, что без координатов в навигаторе, ну, просто не найти. Оборудованный источник, хорошая водичка, вкусная, но найти сложно. Она вот в этих кустиках прячется, найти. Так, у меня сколько времени? До скольки мы здесь? До 10? Как удобно, да. Не, а до скольки выдержите? Было задано до 10, мы все до 10. Так, ладно, хорошо, тогда не сильно торопиться можно. Еще время на вопрос осталось. Вот, ну, не знаю, мне нравятся вот такие вещи, вот удовольствие, когда ты идешь с одной стороны, когда вот так вот горы нависают, а с этой стороны Черное море там плещется, вот, виды прекрасные. Это вот опять вид назад. То есть, а здесь вот такие овраги, которые спускаются со склона, туда уходят в море, и достаточно крутые, достаточно обрывистые, сыпучие, то есть просто так их не перейдешь. И в одном какие-то тропы где-то больше, где-то меньше. И в одном месте уже получилось так, что овраги пошли такие, что вот на ту сторону не перейти никак. И просто тропа, дорога, тропинка утонула к морю. Ну вот такие красивые скалки. Даже не скалки, сыпурки, что ли. Как будто юбочка с оборочками. Вот такие. Я вот по этому этому спустился к морю. Спустился, вот тут такая красота. Мне одному так это все нравится, или вам тоже интересно? А то я увлеченный самый. Значит, и смотрю, и думаю, ну где же мне было-то красивее пройти? Либо по побережью, вот там было пройти, не надо было по верхушкам пройти, либо по верхушке красиво сюда это. Ну потом подумал, думаю, что гадает, вот у меня же впереди-то весь вперед, вот он, пожалуйста, дальше.
дальше идти по этому побережью. Здесь скалы уже такие более несыпучие. То есть вот здесь по побережью прекрасный лес. То есть сверху, ну, сверху все-таки виды покрасивее. А здесь идешь попрохладнее, опять-таки змейки ползают. Вот это побережье. Водичка плещется, камешки. Причем вот видите, они натоптанные, да, вот видно, что там тропиночка такая, камешки протоптанные. Ну, целое сообщество существует в лесе бухты. Ты туда 15 лет ездил с детьми, когда ходили. Ну, единственный недостаток, много народу, да? Да, народу много там. Вот в мае никого не было, да, думаю, в октябре тоже никого не было. А вот это вот какие-то остатки развалины, называется киногородок на карте помеченный. В 2004 году там что-то снимали. Какой-то фильм пытались снять, вернее его сняли, но прокат не запустили. Но вот это вот осталось посмотреть интересно. Это вот вид обратно назад. А тут передо мной дальше стала дилемма. Да. Опять вода кончается. Ну не то, что кончается, то есть ее берешь столько, чтобы понимал, что там вот куда дальше. На Меганом, на сам полуостров на вершине, на этих гор, мне как-то не захотелось идти. Потому что по карте маршрут был проложен выше по зеленке. Ну, я думаю, да, и зайду в Солнечную долину, там водичка и прочее. Ну, вот такие памятники тоже встречаются, потому что жизнь — это сложная штука. Это известные знаменитые скалы. Здесь подвалы винзавода расположены, в Солнечной долине. В Крыму известные заводы Массандра, Керман, Солнечная долина, еще что-то есть. Там херес хороший. Это вот еще одна такая интересная вещь самая, то есть вот совершенно непонятно, как это образовалось, с чего, то есть вот, ну, ходить по этому приятно. Мелкая-мелкая щебенка, черная щебенка. Никаких ни вулканов, ничего вроде как рядом нет, откуда это все наползло, непонятно. А это то, куда я спешал, это очередная турбаза, на карте помеченная со слов штурмана. Я, поскольку Крым плохо знал, вот, прокладывали там другие люди вот этот маршрут, я сказал так, вы головами думаете, я ножками буду это все прописано. Вот здесь турбаза, здесь питание, здесь можно там поесть, заказать, все на свете. Я туда вот такой иду, весь уставший, думаю, сейчас мне там переночевают, и первый, и второй, и комфорт самое. Бабушка открывает, нет, тут только там по заказам, по путевкам, там что-то оплачивает. И в свое время это была туристическая профсоюзная стоянка, а сейчас это кто-то там приватизировал и привозит там богатых людей отдыхать. Вот, ну, единственное, что она мне водички дала и утром позволила телефон зарядить, потому что сейчас у путешественников на первый план выступает зарядка телефонов, кинокамер, там прочих вещей. У меня еще был навигатор, на день батарейка хватало там, на день, на полтора. Вот, литовых хватает больше, но в Крыму литовых батареек не встретил. Если что-то я завез, то вот, никакие кончились. А я писал весь трек всего маршрута. Поэтому вот так вот не словно нахлебавших уже вот, там приготовил, ну как обычно, сам себе переживал. Вот это карты, которые... Я двигался так. Ну что, у меня тут было. То есть вот по плану надо было пройти так. Я когда с Ичкидага пошел, то есть меня и тропа утянула, и сам захотел пройти вот здесь. Да? Я вот этим местом прошел, вот так прошел, потом вот сюда поднялся в Солнечную долину. И уже здесь, скажем так, схалявил, прошелся вдоль шоссе, вышел сюда и пошел вот на эту стоянку. Называется она. Карандар, да? А на будущее запланировано, что надо... Александр сейчас в сентябре ездил сюда, прошелся здесь вот по Меганому, кучу фотографий интересных привез. То есть надо все-таки вот так вот обходить и вот через Ай-Георгий выходить сюда. А вода на Меганоме? Есть вот здесь вот большая, вот она, да? Вот это и вот это, два больших водоема. Они действительно добили, да? Да. Он специально ходил и разведывал, чтобы есть. Вообще виды, ну мне очень понравилось, я говорю, что мне горные пустыни, я в нее влюблен. Вот это горная полупустыня, пустыня такая,
То есть я даже не знаю, где в нашей стране еще можно какие-то аналогичные пейзажи здесь увидеть на этой стране. Это вот очередная тропиночка на очередных идет. И вот тут я встретился с непогодой. Пошел такой туман, дождина. И склон такой достаточно, ну, скажем так, скользкий, ну, наверное, опасный. Можно сказать, что, наверное, опасный. То есть с детьми я бы сюда не советовал бы соваться. То есть вот так. То есть скальпели такие мокрые вещи, и надо это все пройти. Ну, вот так вот проходится туда вот. И там верхушечки. То есть такой хребетик хорошенький сам. Но дождина лил, страшно просто лил дождина, был весь мокрый, причем холодный, с ветром. Вот это я где мог там снимал. То есть вот это ручейки, которые там превратились в водопады. Дошел до стоянки Айсрез, и было настолько холодно мне, что я решил на все плюнуть и остановиться. Остановиться, сушиться, потому что промок до нитки. А поскольку я собирался в солнечный Крым, теплых вещей мне не взял за Зеленобласть, зачем в солнечном Крыму теплые вещи. Поэтому все, что было на мне, все было на мне, все вещи, что были лицом. Поэтому по ночам, когда вот так стало холодно, либо пытался в рюкзак залазить, чтобы теплее было, как утеплитель спальника, либо набивал его, поскольку спинка проломана, так не узнешься, вроде какой-то нет. Как жене греется, но... И спальник, который взял синтепоновый, потому что посчитал опять пуховую заминательность и подумал, что влажный климат, вот все-таки был 12 градусов ночных, был прохладно. Это следующий день, вот так вот дороги развезло близище, ну, тропы стали уже сдваиваться, разметка уже более свежая, то есть потому что где-то размечается, где-то про нее забыли. Значит, турстоянка Маски, да, турстоянка Маски, ходил кругами, искал источник, не нашел. Вот. Но нету источника. Там он пониже, на самом деле. Ну да, кто бы знал, что он пониже-то есть. Но нашел я его потом пониже. Я уже начал так, скажем, думать, не где на карте, а где вообще может быть вода, в каком овражке, где здесь овражек, где здесь что-то, где течет. Но это опять по маю месяца, да, то есть... Где-то что-то стекает, а вот летом это еще сложнее. Нет, летом там нормально, а вот ближе к сентябрю там становится грустно. Вот ну, сентябрь-октябрь там грустно. Ну вот пойду в самый грустный период. То есть я взял специально май и октябрь для того, чтобы понять, что он. Ну еще надо будет в июле сходить, когда еще самая жара, чтобы все скажем, опасности, трудности все испытать. Ну вот так оборудование стоянки. То есть она называется вот стоянка, то стоянка Маски. Значит, вот. Положен пентагон для разведения костра костоящего, все на этом вся стоянка закончена. И источник воды так он говорит. Вот он оборудование. Ну, это вот наконец вышел на какие-то возвышенности и появились виды. Памятники. Это вот, ну, вот здесь уже интересно было ходить. Смотришь, такие горочки. Это сахарная голова вершинка. Здесь где-то есть вот журнал, в котором там отмечаются. Тут выпил, проходил. Ну, как такого спортивного туризма в Крыму нету, записок никто таковых не оставляет в категорированных походах. Так, были Маша с Петей. Ну, вот этот лес понравился. Все-таки он какой-то зеленый, не одни стволы, а что-то там есть. Грабовый, по-моему. Вот с трудом нашел очередную тропу, то есть там было там немножко пару километров пройти по асфальту и найти по тропатку. На высоте 5 метров летел такой значочек, нашел. Значит, вот такая тропиночка уходит. И вот это место понравилось больше всего. Там уже никто не ходит, и она идет вдоль русла речки. Даже не речки, а ручья, наверное. Ну, ручей в Крыму это, как сказать, это достопримечательность. То есть их там не так много, их там практически нет. Чтобы какая-то тропа вдоль ручья проходила, это уже само по себе уникальное явление. Вот Черные речки там есть.
Нет, ну есть, конечно, есть, но в отличие от Сибири, я просто по Сибири все мерил, где там этих речек не мерили, и все тропы были речи. Вот здесь это уже было какое-то. Там на самом деле, извиняюсь, что перебил, вот если от нижнего Кокосана идти к верхнему Кокосану, да, и вот как раз вот вы спускаетесь вниз по вот этому типа росту реки, вы дальше выходите там, ну, к другой стоянке. Вот. А если срезать наверх, туда пойти по азимуту, там как раз вот то, что вот вы говорили, можно выйти к Караби-Еле, но идти вдоль скал как раз. То есть получается у вас снизу обрывы, сверху горы, и вот безумно красивые пейзажи. Этот кусочек там есть. Значит, я его этот раз не прошел, а вот нынче поеду, собираюсь пройти. Я его нынче срезал, потому что уже пошла какая-то усталость, срезал. И там, скажем так, вот я прошел просто по тропе существующей, хотя она уже очень давно не хоженая, знаки все затертые, следов людей там практически нету. А вот туда, на те источники, два источника, туда надо, ну, скажем так, было торопиться что-то. Ну, очередная раскладка, то есть сижу, померяю, куда мне дальше идти, куда где сворачивать. Ну, вот такие типично красивые места с водичкой. Очередной родничок оборудован. То есть там практически все родники, наверное, в Крыму переписаны. Есть вот родников, вот этих люди ведут учет этих родников, ну и облагораживают их, устраивают. Вот это именной родник. И там много именных родников. Очередная стоянка. Не осень уже даже почему-то. А вот это Карабей Яйла, я вот тут промахнулся. Значит, суть была такая, что ну, маршрут маршрутом, штурмом нарисовал, где какие стоянки, и нарисовал стоянку вот где-то вот в этом месте, что там вода была. И я по его, а он мне наставил на навигаторе точки, и я по этим точкам, от точки до точки иду. Надо было мне вот в этом месте на Храбе Яйле подниматься и по ней проходить, а я пошел к этому источнику сюда. Когда понял, что я сюда вернулся, думаю, ну ладно, как-нибудь. Но это окраина Яйла, потому что сама-то Яйла представляет из себя такой лунный пейзаж, кстати, в окраине. Вот если там на гору подняться на окраину, то там прям такая лунная поверхность, и она, как правило, там таких гор выдающихся особых нет. Ну нет, вот она, да, вот она вот здесь. Она сверху вот, там проходит. С нее очень красивые воздушки. Виды должны быть наверх, самое. А я уперся вот сюда по точкам к источнику воды, да. Ну думаю, ладно, дойду, потом поднимусь. А потом смотрю, что оттуда уже сюда не поднимешься, а так не было день проходить. И я уже тогда упал отсюда на море. Я встречался, ну ладно, чуть позже сам, это вот колодец у них так, чтобы листва не нападала, обихожен на туристической стоянке. То есть вообще предполагалось маршрут, вот чтобы вот здесь вот движение вот так, а я уперся уже вот сюда, да, думаю, ладно, смотрю на карту, здесь тропа проложена, по карте вроде как рядышком, вот тут проложена, думаю, ладно, по ней пройду. Ну, тропа вот здесь так, совершенно будет незрелищно. И вот нынче я сейчас повторю и пройду здесь, посмотрю, что же все-таки как там есть. Я упал на море, потому что меня, наверное, Демиржи ждал другой напарник, с которым надо было встретиться самое. И я уже просто не успевал встретиться в оговоренное время, поэтому мне пришлось падать на море и выбираться к ней на автобусе. Это вот все. Карабей Яйла. А вот это уже пошла Демиржи Яйла. То есть вот от Тангарского перевала, вал вид от Тангарского перевала. Тоже очень интересная. Ну, вообще все Яйлы по-своему интересны. Виды с Яйл интересны. Это вот моя спутница, член Болгарского географического общества. Познакомились вот, например, на такой лекции в Русском географическом обществе. Задавала вопросы, а потом списались, как можно с вами. Ну, почему нельзя, можно. А на горизонте плато Четырдак.
такие скалы, пальчики Владимиржи, вот такие вещи. Ну, интересно, красиво, это, в общем-то, все равно видеть надо самое. Дошли до какого-то водопадика. Это, как называется, сейчас скажу, долина привидений. А вы в Владимиржи спускались как? От крепости вот, или по дороге? То есть там тропа есть такая вокруг, через долину привидений? А, нет, мы туда поднялись на вершину вот, стоянки Мать, прошли Чмежи, а там коровья тропа есть. То есть мы дошли до этого водопада, ну, и упали да. на коровью тропу, обошли, так скажем, сверху и сбоку в эту долину привидений. Здесь вот куча вот таких вот столбиков очень интересных. Ну, тут можно и 3 дня, и 5 дней провести, зависнуть, но задача была другая, как можно быстрее обзорно посмотреть что-то. Долина привидений. Вот здесь интересное место. Дух орех Юрия Никулина, когда снимали Кавказскую пленницу, вот он на этом орехе сидел. Поэтому тут куча народа ходит и фотографируется. И памятники, памятники опять. Так, а это Четырдаг. Подъем на Четырдаг. То есть начинаем подниматься, сзади Демиржи. Подниматься, и упала непогода. Вот такая. Значит, вот здесь, в этом месте, немножко вот сюда, вот так скажем, со мной, есть роща секвой. Единственная посадка в нашей стране. Не один десяток секвой растет, но, правда, не такие, как американские, но есть. Вот в этом году хочу до них добраться, потому что знал уже после того, как прошло. Вот такая непогода, никакой невидимости, ничего. Дошли до Клизи-Бурун, вершины. Лет 7 назад мы с нее спускались в зимнем походе. Но хотел что-то посмотреть, увидеть, но ничего не видно. Совершенно полный туман. Спустились вниз, прошли по лесу. Это вот опять-таки плато Четырдаг, уже вид. Вот она. Пиончики, очень красивые пиончики цветут. И дошли, там 3 пещеры, подземных пещеры. В Крыму очень много пещер, я не, скажем так, к ним очень спокойно отношусь, и вообще больше меня, скажем, не знаю. А тут сразу Бог побывал. Вот тоже хорошая вещь на пути, да, благоустроенная. Это тоже забыл, то ли лев, то ли маунт. Ну, в общем, кто-то какое-то ископаемое животное. Значит, там целая сеть пещер, сотни метров, очень красивые залы, подсветкой. Ну, обязательно надо заглянуть, просто обязательно. А кто сильно любит, там может и зависнуть просто. Мы, наверное, часов 5-6-4. Нет, на часа 4, наверное, на 2 пещеры потратили. С Натальей посмотрели все это. А на следующий день у меня был, как сказать, официальный день. Скажем, вот идея этой крымской тропы, она так и останется идеей, если там ее будут энтузиасты рисовать, хотеть и желать. Поэтому с помощью Менделеевича, если кто такого знает, редактора газеты «Вольный ветер», значит, мне удалось выйти на Миронова, председателя фракции «Справедливая Россия» и по совместительству президента нашего спортивно-туристского союза России, благодаря которому турклуб Москвы сохранился и получил помещение, и написать ему пару писем о национальных тропах России в мире и о Крымской тропе. Значит, отправил ему эти пару писем, ну, через его помощницу. Он их заслал в Крым, в Совет Министров, что такая вещь нужная, полезная. Через когда? В том же мае я уже успел получить ответ Миронову от зампредседателя Совета Министров Республики Крым. Уважаемый Сергей Михайлович, Совет Министров Республики Крым рассмотрел ваше обращение о содействии создания национальной тропы в Крыму, предложенной заслуженным путешественником России Советом, и сообщает. Ну и дальше так очень обтекаемо в том, что там все хорошо, здорово, что все это, ну, в общем-то, в результате. Благодарим за поддержку, за развитие и надеемся на дальнейшее подборное сотрудничество.
Вот. Ну, я был приглашен в Министерство туризма Крыма, имел там, наверное, двухчасовую беседу с замминистром Крыма, пытался ее так, сагитировать в нужности и полезности. Слушали внимательно, долго, но, скажем так, это я вот прошел через кучу вот этих национальных троп, через себя пропустил, что такое тропы мира, что они себе представляют, зачем они нужны, да, и горю этой идеей. А для них, а зачем нам одна тропа, когда у нас много-много? Ну, одна тропа, в Крыму, она еще хороша тем, что Крым очень пожароопасный район, да. Туристы, ну, скажем так, туристы-спортсмены, это все-таки дисциплинированные люди, да, а там много кого есть, которые где шарятся, леса горят постоянно. То есть, если будет одна тропа, по которой будут ходить все, все-таки будет спокойствие животным, будет спокойствие лесу, больше пользоваться. Это так, не только мое мнение, да, вообще так и есть, да. То есть вот с этой точки зрения подойти, с точки зрения того, что будет Крым, это не только пляжный отдых на матрасах, но еще и отдых для туристов-пешеходников. Как раз время было тогда очень интересно, я почему Ликийскую тропу закрыли, да, с которой вот я вернулся, а Крымская тропа, ну я вам скажу, что как я был там и там, Крымская тропа гораздо интереснее. Ликийская. У нее там есть одна интересная особенность, она очень много километров проходит просто по побережью, вот ты идешь, а тут вот я море через 5-10 метров, очень много этого моря, и достаточно красиво все и зрелищно, но, наверное, так, когда много всего хорошего, красивого, это тоже нехорошо, да, это тоже однообразно, начинает это вот уже как-то так сливаться в одну сплошную красоту, которая уже красотой как-то не становится. А здесь ты идешь по Крыму, по Керчи, ты видишь степь, то у тебя Азовское море, то у тебя опять Черное море, опять степь, водохранилище местное, идешь Севаш, вонючий-невонючий, но очень интересный, выходишь опять на Яйлы, одна Яйла такая, вторая Яйла другая, третья Яйла, четвертая, все по-своему разное, меганом пустынный, горная пустыня, побережья морские, ну не знаю, очень красиво, разнообразно, не успеваешь как устать. Только одно посмотрел, пошло другое, пошло третье. Вот это разнообразие очень интересно. А Турция этим похвастаться не может. Значит, и вот время было такое, можно было просовываться. Но вот опять с Турцией подружились и со мной сейчас. С ними переговорил. А самый главный вопрос любой тропы, это, в общем-то, узаконивание этой тропы. Нарисовать, вот, ну, нарисовали, мы на карте показали, да. Но ведь надо понять, что можно там ходить, что это ничьи земли, там, ничья территория, ничьи ни заказники, ни заповедники. То есть это надо узаконить. И следующий мой шаг был двинуться вот это в Государственный комитет по лесному хозяйству. Вот здесь меня познакомили с очень интересным человеком, Максимом Сваловским, замначальника отдела, у которого в тумбочке стоят туристские вибрамы, бенезон. У него как пожар, он так на себя, и это, как кого-то потеряли, вместе с МЧСниками кого-то что-то ищет. То есть крымские леса знает от и до. Более того, он мне там показал, похвастался, достал такую папку карт. Это, говорит, вот те карты и кальки всех троп, крымских троп Крыма, которые в свое время создавались вот этими профсоюзами советских времен, остались. Он держатель вот этих карт. Посадил за свой компьютер, показал, что у него там в компьютере есть. Там весь Крым в треках вот этих вот походов, в треках вот этих троп, меченых, отмеченных. То есть, ну, человек очень удивительный, болеющий за Крым, за лес. Я бы даже не даже сказал, а героический. То есть он там рассказывал про один пожар, когда он вместе с пожарной машиной стоял, за ним шел газопровод, а тут вот впереди горел лес. И говорит, если бы он этот лес не удержал, не потушил, не пустил бы огонь на газопровод, то там было бы просто удержал. Значит, он очень занятой человек, но тем не менее мы с ним все-таки подружились, сговорились, я ему отправил вот эти наши треки на, скажем, какое-то такое неофициальное согласование. Он нам их подтвердил, согласовал, причем Александр Штурман, похода идеи, удивлялся, говорит. То есть идеи национальной тропы, ее должны прокладывать туристы. Не чиновники, не лесники, а именно туристы. Потому что у каждого своя задача. У нас с вами пройти там, где интереснее, где красивее, правильно? А им
лесникам не пущать туда, куда не пускать. Министерство Крыма, это туризма, там у них вообще другие, они так называются, Министерство курортов и туризма. Туризм подразумевается, как сказать, путевочный, вот так, что ли, санаторный. А мы с вами совсем другие туристы, поэтому мы никому не нужны, кроме как самих себя, так? Ну, тем не менее, вот после этого визита я там еще пару писем написал, подсуетился, Керченский горсовет написал, Керченскую тропу давайте отдельно делать. Пришло ко мне письмо из отдела инвестиций Керченского, то есть вроде как закладывают деньги на следующий год на разметку этой тропы. Чем все это кончится, не знаю, но думаю, что она все-таки будет. Будет тем или иным способом, потому что пришло время, когда такие тропы в нашей стране должны появиться. Еще раз, эта тропа для всех, любой человек может туда приехать. Если будет разметка, но даже сейчас вот разметки нет, да, в конце концов появится, где-нибудь мы с Александром как-нибудь эти треки выложим. У меня на Фейсбуке, я сейчас выкладываю очень подробное описание вот этой Крымской тропы, с картами, с описанием, с фотографиями, то есть можно зайти, посмотреть и взять вот это за основу и идти в любое время дня. И значит, до Крыма не так далеко, не так дорого, там порядка 5 тысяч, наверное, билет на самолет туда и обратно, то есть все-таки это так, достаточно бюджетный вариант. Ну, а Крым, и сколько чего и где я видел, вот по этому маршруту это очень-очень привлекательно. Так что есть надежда, что это, вот он, Максим Смолынский, что Крымская тропа состоится. Так, это кто у нас? Это сейчас собрались там. Это четвертак. Да, это четвертак утром. То есть следующий день, солнечно, тепло, все светло. Вот он такой красивый, хороший, замечательный. Это я уже попал на Ай-Петри. Очень хотелось. Ну, то, что краем уха слышал, посмотрите эти скальные скалы Ай-Петри, по которых там альпинисты лазят и так далее. Ну, приехал, туман сплошной, вот все, что я увидел, и я пошел в Крымский каньон со мной смотреть, большой Крымский каньон. Какая-то очередная вишенка. Это купола каких-то космических, не знаю, там, сил. Значит, очень-очень много всяких военных. Вот это большая Крымская, большой Крымский каньон, самое построенное место, туристское место в Крыму. Куча всяких табличек, значков, лавочек там всего на свете. Вроде как самое известное. Вот. Ну, я в нем для себя ничего такого интересного совершенно не нашел и с маршрута его выкинул. Хотя мне сразу советовали там, дайте посмотреть нечего. Ну как нечего? Надо. Прошел, посмотрел, в самом деле нечего. Ну, опять-таки, все очень и очень относительно, потому что людей я там как раз там вот впервые встретил наконец группы туристов, которые ходили с рюкзаками, до этого нигде не видел. А можно вопрос? Можно? Вы туда в Большой каньон спустились как? Сверху? Или с другой стороны проехали? То есть там проложена тропа поверху, да? А весь интерес Большого каньона, он, в принципе, если его проходить насквозь по этому ручью. Одна моя знакомая прошла его в январе насквозь по ручью, когда там плюс 2 градуса, это вообще чудо-женщина, Даша Путаранская, помнишь такой, нет? Это на Патаране, которая там байдарку потеряла, и там 15 дней выходила, босиком она выходила, или Юля, там, две девочки там у нас есть такие, у нас китайцы, патаранские, пошли на Патараны в Соло, поход, растеряли при переправе байдарки, рюкзаки и выходили, ну, вышли, повезло, судьба им повезла. Значит, тропа, проложенная поверху, скучновато. Вот в этом месте я от нее отошел и вот по этому участку прошел. Вот здесь ну, так несколько зрелищно, но совсем мало. Там 15 минут вот это проходишь и все, на этом все зрелище кончается. Не видно. Вот все, что там, вот, собственно, в этом каньоне, этого ничего не видно. Оно все. Ну вот идешь поверху, да, вот сам каньон, вот там, ну, ничего не видно. А по нему, естественно, ходить нельзя. Это уже запретная зона. Ну, я вообще-то встретил ребят, которые поднялись. Да, внизу идешь, там вообще ничего не видно. И он кажется маленький. И по ним ничего не видно. Вот это вот видишь вот немного, а потом все вот это скрыто.
слушается там. То есть ни по верху, ни по низу смотреть нечего. Нет, сверху интереснее было, чем снизу. Снизу я когда-то ходил, мне не понравилось. Мне и сверху не сильно понравилось, поэтому из маршрута Крымской тропы выкинули. Вот вместо тебя. Вот тут папа с ребеночком жили. Ну тут ручивать, конечно. Но вот такая штучка интересная, мне понравилась. К сожалению, вот это так. Все это разлагается десятилетиями и сотнями лет. Ну, чистенько. Чистенько прибрано, убираются. Лесники здесь убираются. Мостики вот такие. Вот, вот это вот мне напомнило Апалачскую тропу. Да, вот такой-то, такой цивилизованный зарубежный подход. Я прошел этот каньон, маршрутик куда-то посмотрел и обратно к Ай-Петре. Вот уже туман кончился, это вот вид с вершины, с этой канатной станции вот этого места, где оттуда вниз. Вот так это выглядит, достаточно интересно. Пообедал там вкусно и дальше направился вперед. Так, ну, это еще дальше эти вершинки. Вот, фуникулер, видите, да? Лесочек переночевал. Это, вот, собственно, вот здесь уже началось движение по Яйве. Вид назад. Какие-то военные стоят, я их тут обошел где-то подальше. Так, чтобы на них не попасться. И дальше пошли красивые виды. Вот это вот красивые участки, вот всесторонне красивые. С этой стороны море с вот такими скалами. Ну, я только часть фотографий показываю, там у меня их гораздо больше, и когда выбирал, просто мучился, а что же выбрать, что же показать самое. Вот. Ну, где-то и такие места оставляются. То есть это вот в это место просто подбирался где-то так вот. Ну, как подбирался? Трамп. Ну тут вот это, где море сходится с небом, да? Вот эти облака, это как раз граница моря и неба. Пилончики еще свели. Ну, идется здесь свободно, легко, потерь набор высоты очень мало. Идется просто в удовольствие, и просто вот это вот наблюдается, смотрится. Вот остались вот Кирчинский полуостров, и вот эта часть Яйлы оставили самые прекрасные. Ну хотя, тут трудно сказать, и Четырдак хороший, и Демирджи хорошие, Акраби, сожаление, что не попал. То есть всем маршрутом доволен, кроме вот тех участков лесов, Старокрымского леса, еще где-то там. То есть их постарались в другом варианте Крымской тропы исключить, потому что, ну, ни видимости, ни удовольствия, грязные дороги. Какая-то пещера, вход в пещеру, который мне не интересен, ну вот провал. Тут обозначены стоянки, обозначены колодец. По-моему, чертова лестница называется, по-моему, перевал. Вот такой вот рисочек уже как-то на что-то похожий. Ну вот такие вещи тоже встречаются, непонятно как, вроде как по тропе идешь, ну вот. Ну там вода набирать можно. Вот это форос. Форос гигант. Вот даже есть, в принципе, вот лавочки, на которых можно посидеть, то есть, скажем, какая-то инфраструктура для будущей Крымской тропы уже присутствует. Вот тут у меня было непонятно, где что, куда, как двигаться. Ну, здесь вот спускаетесь вниз, получается, поднимаетесь к воротам, и можно наверх туда подниматься и идти. Ну, памятники. Вот тут а я... Там можно верхом обойти, дорога такая старая. Вот тут вот я потыкался с полчаса, не знал, куда идти. То есть, где же. Вот тут в этом месте вот ресторанчик стоит. И у ресторанчика есть фонтанчик. И вот за этим фонтанчиком есть такая тропочка, она похожая, как обычно, когда мусор выкидывают вот, на свалку такую. На вход свалки. Оказывается, она вот заходит вот сюда, и вот на эту вот горку вот сюда надо подниматься, там по той тропинке.
достаточно так тутенько, в общем-то. То есть, ну вот здесь вот не просто так она находится. На вершинку, по вершинке опять красоты пошли. Ну, место для палаточки поставил. Это я себе так размечал дни, когда листаешь фотографии, обязательно у меня всегда палатка фотографируется, чтобы понял, что один день закончился, другой день начался. Это утро, вид на ту сторону. Ну, вот тут очередной какой-то хребетик, я не все названия запомнил. Значит, тропа по низу существующая, а есть прямо Нужденко Валентин, такой известный там человек со мной, то есть он рекомендовал, вот, давайте, то здесь хорошо. Ну, в общем-то, мне понравилось, но с детьми, да и неопытным взрослым в мокрую погоду соваться не следует. Светить можно, но красиво. Вот, она прямо вот тут по верхам вот так вот идет, сидится и... Ну, тут наверх надо залезть, вниз снизу. Ну, мне нравятся такие вещи. Так. Ну, вот здесь спустился вниз до дороги, перевала. Опять перекусил каким-то беляшиком. И вышли, собственно, на Севастопольскую тропу. Ну, еще раз, вот молодцы, да. То есть вот это вот... какой-то заповедник, заказник. И тем не менее, тропа через такие вещи проходит. Да, вот можно заходить, не пугать. То есть добились разрешения, добились возможности ходить через вот такие заповедники. Вот так выглядит разметка Севастопольской тропы. Маршрут Балаклава-Ласпи. Сколько там? 18 километров. Смотрю. Ну, то есть вот все показано, да, где вы находитесь. И я еще удивился, думаю, что ж так столько, ну дальше расскажу, там немножко километров, много часов, думаю, что ж так это тихо они ходят по этой тропе-то, там пару часов, а они все шесть заложили. Ну вот виды сверху. Это смотровая площадка. Посмотрел и опять-таки не по Севастопольской тропе решили идти дальше, а пойти поверху по очередному хребетику, там виды были поинтереснее, да. Наткнулся на такой шлагбаум, проход запрещен, ну господи, думаю, что уже привык, ну и что запрещен. Иду вперед, вижу там какие-то вышки, еще что-то, думаю, ладно, военные какие-то обойду, я чуть пониже. Обхожу ниже, раз, прапорщик из кустов, стоять, документы, куда идем, зачем идем. Ну, там, ну, у меня маршрутная книжка была оформлена, там, начал заслуженного путешественника, там, что такое. Ну, ладно, иди, возвращайся, а то сейчас эти ФСБшники приедут, самые, в общем, отпустил меня, с Богом вернулся обратно. Александр, как ни старался, прокладывает маршрут в обход всех этих частей, видимо, это как-то была особенно секретная часть. На карте ее не было, вот это 2689. Поэтому хребет Биллер, мне пришлось вернуться обратно, где там, сколько я, 7-8 километров прошел, спуститься снова на вершину и выходить на Севастопольскую тропу, проходить Севастопольскую тропу. Ну, посмотрел в двух местах, и там красиво, и там красиво. Но опять-таки вот сюда спустился, опять проход запрещен, синокос. Но это вот уже красота пошла прибрежная. Вот до Балаклавы. Знаете ли вы, что Севастополь был самым большим по площади городом России до того времени, когда в Москве присоединилась Новая Москва? Да. То есть Инкерман, Балаклава, это все Севастопольский федеральный округ, как он называется. То есть до Балаклавы, собственно, до Севастополя осталось там километров 10-12, ну я думаю, часа три хода, и я там буду уже в Балаклаве. Еще так, вот этот лесочек, такая тропиночка идет, я думаю, ну елки-палки, даже жалко прощаться, так это. Ну, как обычно, все наши выходы со всех наших походов всегда такие дороги, уже тропинки самые. Она говорит, ну, жалко самое, все красивое закончилось по этому лесу. Потом дорожка превращается в такую тропинку, а потом начинаются вот такие вещи.
вот эти скальные прижимы, скалы, перелазы. Вот, честное слово, я не могу не вспомнить, не понять, где же вот она здесь проходит. Выше, ниже, где она проходит, где-то вот так, да. Никак не ниже, где-то вот так вот проходит она. Скорость движения там с 5 км в час замедлилась за 2 км в час. То есть, ну, вот она где-то вот здесь прошла, где вот не видать ничего. Понятно, что она и вот такая, и вот такая. Где-то в одном месте там 3 метра пришлось вот просто так вот на трении спускаться вниз. Где-то на трении пришлось вот так перелазить. Ну, делали это альпинисты, поэтому для них это вообще, ну, собственно, я вообще ни о чем с собой. Мне с моим опытом, скажем так, просто понравилось, здорово, интересно, вообще здорово, да, в отличие от всех остальных участков, где просто ножками что-то, что-то надо было так уже что-то шириться. А вот тем людям, которые, скажем, ну, скажем так, совсем неопытные, то здесь будет весело, весело. Ну вот этот вот кусочек просто Турцию напомнил, Кийскую тропу. Ну вот здесь, вот, вот где здесь можно ходить, вот не знаю, где здесь можно ходить. Где-то вот здесь она прошла. Не, на самом деле, там, знаете, там есть два варианта. Там вот можно идти вот как раз, где вы показываете, да, а еще вариант, если спуститься вниз, там уже идет очень много троп. Вот носорог, который вот мы видим там вдали, вот до него, в принципе, можно вообще без проблем дойти по нижней части. Нет, да, но вот это гораздо веселее, интереснее, сложнее и всяко раз лучше. И я вот остался очень доволен этой частью. Опять-таки вот это вот загороженный какой-то заповедник, калиточка открывается, переходишь через нее, то есть что, какие-то тут животные где-то живут, разводятся, пасутся. Или там кабаны подходят, просят кушать. Нет, не видел. Вот крупных животных не наткнулся. Да, фотографии видел. В Подмосковье на Роге не раз наткнулся на кабана. Ну как наткнулся там? Раз скажет, смотрю, о, а у меня русский черный терьер, собака такая, 75 сантиметров в холке самая. Я, о, черныш, откуда он здесь? Нет, это не черныш, это кабан. И знаете, вот так вот голова сразу, где? Вот то дерево, на которое я сейчас залезу, понимаете? Ни мозги не включились, ничего, просто вот так вот сразу голова. Раз, я туда полезу. Ну, смотри, нет, кабан на меня нет. Ну, инстинкт самосохранения, он от... Он вот такой. За тебя сам думает. То есть вот тут вот она где-то, вот тут вот, вот тут вот где-то она идет. Замечательная. Молодцы, севастопольцы. Это вот последние часы. И, в общем... То, что я хотел за 3 часа, у меня никак не получилось. У меня еще и вода кончается, то есть задание дойти только до воды, до инжира и заночевать. В этот день уже не попаду. Вот это уже предвечерние сумерки. Вот отсюда надо было спуститься туда вниз, таким свободным лазанием. Вот этот источничек, вот здесь водичку набрал. Дальше. И последние тут 3 часа, опять-таки, выход Балаклава. Ну, это вот то, чего... Вот, понимаете, вот вино можно привезти коробками на пикник, да. Не тяжело. А вот пустую коробку с пустыми бутылками обратно вывезти сложно. Вот тут все это красавица. Ну, вот, не знаю, вот, извините, ну, не знаю, где здесь... То есть вот из этой долины вот сюда вот как-то перешлось. Каким образом, каким местом, не знаю. Булочки. Но тропа не теряется, идешь. Не-не-не, тропа совершенно четкая, набитая, хорошо. То есть там, похоже, эти альпинисты постоянно ходили, чтобы лазить на эти скалы самые. Поэтому тропа там набитая, там никаких вариантов, чтобы куда-то свернуть, куда не попасть, совершенно нету самого. А это приблизительно какое число? То есть... А там под вышки телевизионно проходили? Ой, там вышек несколько, как какая вышка? Там есть телевизионная вышка. Там, по-моему, она, да. Много всяких разных видел, но старался мимо подходить, потому что это обычно... Ну, это недалеко уже, вот как бы. А число было 17-е, 20-е. Вот это? Нет, это было 19 мая. 19 мая, да? А там вот на Инжире, допустим, то есть нет лесничих, никто ничего не сказал, ни... Там. Нет, сейчас а это пляж, который доступен для всех, то есть он это... Сейчас там даже палатку поставить нельзя. Да? Сейчас туда вообще не пускают даже посмотреть. Это только раньше было там полно, на самом Инжире, а сейчас только на этом серебряном
может быть. Сейчас вообще не пускают. Ну, я стоял наверху, я не спускался. То есть я вообще как-то так к морю отношусь. То есть там пирамид, там сверху прошли и там... Да, я еще выше еще становился. Ага. Я там какой-то ручей нашел, просто вот оттуда воды набрался она. Вот. Ну, остановился, где... Ну, там с местом вообще очень сложно. Остановился, где только вот нашел. Ну, кто-то там стоял, какая-то типа стояночки была. Я вниз не спускался. Ну, я, еще раз, я не знаток Крыма, я всего там вот два раза был, поэтому есть такой форум «Странник», на котором вот местные краеведы, не местные, вообще краеведы, люди, которые из Москвы туда ездят, они очень много что о Крыму знают. Моя задача очень простая, я хочу со своими товарищами создать Крымскую тропу. Ну, Крым... то есть она тропа идет как бы мимо... практически заказников, заповедников, да? Да, да. Потому что при Украине это было очень сложно. Все, стой, куда идешь, и типа иди и куда хочешь, возвращайся назад, там хоть весь свой маршрут меняй. А вот сейчас при России как бы эти заказники также остаются с таким же строгим контролем. Там, смотрите, там издали постановление и запретили лесникам взимать деньги со всех проходящих, ну, грубо говоря, за просто так. Деньги можно взимать только тогда, когда ты пользуешься чем-то, что сделали вот эти министерства, лесхоз сделал. То есть это должна быть какая-то вода, нарубленные дрова, очаг, место, обустроенное место под палатки, какая-то вода из крана. То есть вот в таком случае, вот с таких стоянок допускается брать деньги. Все остальное должно быть бесплатно. Заказники как были, так и они остались, все самые. Более того, там появился какой-то еще, как бы сказать, управление делами президента, вот этот ялтинский горно-лесной заповедник, который стал еще более недоступен. Но вот тот маршрут, который мы прокладывали, он все эти вещи обтекает и, скажем так, неофициально согласован с лесхозом. Более того, Максим вот этот маршрут уже отдал в Министерство курортов и туризма. И, скажем так, ну, что-то где-то как-то вырисовывается. Это вот какие-то крепости ближе к Балаклаве. Вот это буквально начало. То есть у меня получилось по километрам, по часам так, как у них написано. То есть ничего, какой бы я себя горным козлом быстро не ощущал, ничего я там быстрее и лучше сделать не смог. Ну, 2 км в час по такой тропе, 2-3 это хорошая скорость. Ну и вот она, собственно, Балаклава. Еще раз на Крымскую тропу поставить. Я готов отвечать на ваши вопросы, если у меня есть. У меня есть вопрос по поводу карты. Вот вы их скачивали, и какого года это была информация, если там вот по некоторым водоемам, ну, как бы, да, расходилась информация? А водоемы мы брали с Google снимков. Угу. Там есть вот что-то там темное пятно, на карте тоже что-то вроде как показано водоем. То есть вот мы рассчитываем, что это водоем, да. Приходишь на место, его нет, высохло. Поэтому решение такое, все время ходишь с водой. Вода у тебя. Ну, то есть карта это только спутники, да? А вот то, что карты вы показывали, где номера тропы. Это уже ближе сюда. Там вот какая ситуация очень интересная. Пока была Украина. Вот были вот такие горные атласы. Да, да, есть. Значит, здесь со всеми тропами, выкладками, все на свете здесь есть. Когда это стала Россия, то вроде бы как, я не специалист, и, скажем так, не картограф, не знаю, вроде как это у нас засекреченные вещи. И сейчас они не имеют права для существования. Является, ну, наверное, даже уголовным. Там, смотря какие сведения там нанесены, об этом можно побеседовать там, с Тунисом. Вот. Если там какие-то сведения указаны, типа газопроводов, как проходит, еще что-то, то они, да, действительно, не могут выпускаться. У нас другие законы были. Я как-то снимки нашел в Красноярском крае, у меня там товарищ служил, я знаю, там по Дачинском, там эти СС, какие 20 вот эти стоят, так прямо на Google снимке написано, что это... стратегические баллистические ракеты. Но это на реке Магии подписывают там служившие, там еще какие-то люди. Ну,
Просто народные карты, грубо говоря. Просто про секреты, вообще про эти все секреты. Знаете, я когда вот к полярному, к Северному Ледовитому океану-то ходил, соло поход, а я брал разрешение у пограничников, мне приходило там 2 месяца оформлял, туда-обратно, факсы сам, получил, что у меня разрешаюсь при пограничной зоне ходить. С кем граница? Северо-Ледовитого океана. Северо-Ледовитого океана. Чего там, кого там? Причем не 5 километров, а 100 километров он границы. Нет, я до этого дошел до Иерусалима, но тем не менее, получал такое решение. Когда я ходил по Израилю, там надо было пройти вдоль границы с Ливаном. Ну, у меня тропа идет, разметка тропы, подхожу. Висит знак, милитары, зона, да, ну, как-то это, опасность, заходить нельзя. Я стою, я понимаю, что, а Израиль все-таки страна, как-то сказать, так, прифронтовая, то есть там все достаточно все серьезно. Звоню ребятам, ребята, говорю, вот у меня тропа туда идет, а тут висит знак, туда ходить нельзя. Иди, я говорю, а военные, иди, тропа идет, тебя поймут. Я подхожу, смотрю, вот дальше пограничные столбы стоят, написано граница с Ливаном. И я вот до этой границы с Ливаном 200 километров, 2 километра прохожу, а до нее вот 200 метров. Я никому не нужен, не надо никакого ни разрешения, никого нету, все, все нормально. Я весь такой прохожу, ухожу от этой границы, ухожу туда, дальше заканчиваю сам. Это вот реалии нашего мира. Вот это вот так. Насчет воды, значит, вот все те места, где вода реально есть. Есть координаты? Да, они есть. Вот, ну, скажем так, я, как скажем, по неопытности или что-то как-то так самое. Ну как, перед так, вот на карте написано туристическая стоянка, и рядом нарисован там родничок, да, значит, вода есть. Ну чего заморачиваться-то самое? Ну вот пришел на стоянку, вот тебе родник. А его можно там и полчаса, и час искать, и если не знаешь, не найдешь самое. Просто, ну, надо быть умнее, как с каждым годом опытнее. Координаты есть. Координаты у них на сайте. Да господи, сейчас же вообще здорово ходить. Там набрал в интернете, что ты хочешь, тебе все появилось, только не появилось. Год из года все равно отличается, там вода, это даже от времени года зависит. Там сейчас ребята стали писать дебет источников, то есть понимание, пересыхающие, полусыхающие. Вот. Ну и потом, знаете, ну, все равно, когда есть опасность воды, у тебя всегда там должна быть. А потом еще понимаете, ну что такое в Крыму нет воды? Господи, это ты свернул там 5 километров 10, прошел в сторону и все, ты пришел к воде, ты пришел к населенному пункту. То есть, вот чем, то есть на этих всех тропах национальных у них прежде всего стоит безопасность. То ты должен быть безопасен, ты должен понимать, что ты в любой момент ты всегда сможешь попасть в цивилизацию, даже там ползком сам. У меня вот на северном этом полярном кругу, как была ситуация, я себя на чем поймал. Иду, и у меня несколько раз в день в голове автоматически возникала мысль. Вот я сейчас себе ломаю ногу, там, руку, еще что-то самое, то есть самое происходит. Я куда буду выползать? У меня вот, знаете, вот в голове просто все эти дни было так. Вот сейчас ближайшая точка, где там могут быть люди, где мне могут плавать, это вот там. Вот там я видел оленеводов, туда поползу. Вот там должны быть оленеводы, вот там должно быть что-то. То есть, вот, на автомате вот это так уже работалось. То есть вот этого не должно быть. Это для, как сказать, вот, ну, для тех героев с козлами, которых я показывал. А у нормальных людей они должны понимать, да, вот у него там мозоль натер, ну все, я дальше идти не могу, все, вот я сейчас 2 километра там на силовый пункт и на машине не еду, вот нормально. Вот это тропа для всех. Вот здесь, наверное, все-таки туристы собрались, которые так с большими рюкзаками куда-то туда горы походы. Но в Крыму можно найти удовольствие для всех, и вот для людей с детьми, а можно, скажем, вот, ну то же самое скоростное прохождение, ну вы пройдите вот его за 20 дней сам. Пройдите по 40 километров в день сам. Сергей, товарищ КМС по ориентированию, собрался со мной идти. Ну, мы с ним познакомились когда? А мы с ним вот в этом в Крыму и познакомились, по-моему, вернее как, списались. До этого мы с ним так по Фейсбуку что-то переписывались, вместе собирались на чемпионат мира ехать, на чемпионат России ехать, сам, команду искали. А тут вот только первый раз встретились. Ну, давай, пойдем. Ну, я с тобой там 7 дней пройду, потом я на пляж пойду. Потом, не, я с тобой 6 дней пройду. Потом на 5 дней, не, все, я уже находился, все, я пойду. Я пойду сам на пляж Греции сам. Можно, там можно и геройствовать, можно и отдыхать, все что угодно. Категорированного похода, ну, тройку там можно, наверное, сделать. Вот, наверное, можно сделать, хотя... двойку запросто, то есть водить детишек, водить начинающих,
на двойку пешеходную без проблем. Ну а где-то сейчас выложены вот эти карты с треком? Я как просто пользователь компьютера, да. Значит, я это все выкладываю сейчас на моей страничке в Фейсбуке. Ты можешь найти со мной. Там есть. Ну там только описание первых 7 дней. Ну, что успел написать. Здесь у меня есть все, могу тебе сейчас, если флешку есть, переписать. Понятно, не, ну а так, а остальные кажется. Пока просто еще не успели, да? Ну, кроме моего удовольствия, у меня есть еще работа, которая у меня отнимает кучу времени. И вот все это не успели. Ну, у меня будет отчет, который я защищу и в МКК. Я заявлял там пешеходную двойку, да, отчет будет храниться в МКК. Там хранится электронная копия, будет со мной, будет выкладываться в библиотеке туристической МККовской, да, то есть это можно будет найти. Но я думаю, я хочу туда сразу вставить вот те кусочки, которые не прошел, которые осенью пройду, но для того, чтобы была вот именно полная информация по всей нитке со мной. Вообще была с Александром мысль сделать какой-то сайт по Крымской тропе, но там тоже некуда. А то один это такое дело. Ну, я так понимаю, она не размечена, то есть для того, чтобы все ходили, ее надо еще разметить, да? То есть там все. Да, надо разметить. Но сейчас можно все-таки пользоваться теми треками, которые вот я записал, которые есть. Ну да, понятно. Ну а кто будет всем этим заниматься? То есть это мы должны сами сделать, ну как если мы хотим. Какие ты вопросы задаешь? Ну, смотрите как. Что я могу сказать из того, что я знаю, да? За рубежом. Все-таки государство этим озабочено, этим старается следить, делать и так далее. Но у них очень маленькие территории, они ко всем своим землям относятся очень заботливо. Наша страна бескрайняя, у нас всего много, поэтому можно этим не заморачиваться. Опять-таки, где-то, но в том же Израиле есть там министерство, комитет, который вот за этим Швили-Исраилем следит за этой тропой, да, там метит ее, красит, деньги, бюджет свой имеется, выделяется. В Америке Апалачская тропа, говорю, уже разбита по участкам между каждым штатом, между каждым любителями вот этой Апалачской тропы. И они чисто. Вот Апалачская тропа это еще не просто самая длинная тропа в мире, 3200 километров, да, она еще и самый большой волонтерский проект в мире. То есть там целая куча народа, которые за этой следит на добровольных основах. Да. Вот я шел и там встретил одного волонтера. Назвать любителей тропы. Он ее с баночкой краски и через трафарет так на деревьях метит белую ниточку. Я специально там пошел потише, чтобы посмотреть, что он делает. Там, вот у них чем еще хорошо, у них дождей там мало, у них как таковых этих оползней, склонов нет, у них дождик прошел сразу так, раз как-то так небольшой исчез. У нас если же пойдет дождь, он же там размывает все на свете. У них трупы, они что делают с трупами? Вот у них идет склон. Они этот склон скрыли, срыли тропу, сделали, чтобы тропа была ровненькая. У нас через 2-3 года снегами, водой это все размоет, смоет. У них же по этим тропочкам ходится. А чтобы не смывало, вот он идет по тропу. И топтал это место, там камешек положил, чтобы там, скажем, вода не размывала вот это место, а ну, как так, сохранила тропиночку. Вот. Это там все добровольно, бесплатно делается. Как это у нас? Ну вот... Будем надеяться, что министерство... Министерство мне сказали, что деньги на разметку тропы выделятся. Деньги, если на тропу выделят на разметку... Это Министерство лесного хозяйства или какое? Нет, туризма, курортов и туризма Крыма. Но где я, где они, кто я, кто они, тут вот... Как они будут эти деньги делить между собой? Ну, скажем... Так, вот я очень сильно надеюсь на Максима Смоленского, очень сильно. Человек очень порядочный, честный, озабоченный вот этой природой, красотой. Там чехи в свое время сделали, вложили какие-то деньги, вложили кучу денег в разметку, переслали разметку, что-то успели сделать с помощью чехов, вот открыли какие-то тропы там, сделали. По большому счету, что такое разметка? Да? Это дать деньги тем же лесникам, которые на протяжении всей этой тропы есть, да? Чтобы они прошли и краской там пометили. Да? Все, больше по большому счету ничего не надо. Не бог весь какие деньги, не бог весь сколько времени. Да? Ну вот на Керченском участке, допустим, там нет лесников, там нет лес. На Керченском? А на Керченском нету. На Керченском там вообще. Там надо столбики вбивать. Там вот карта есть, ты идешь по ней, идешь там. Не, ну столбики должны быть, видимо. Нет, ну что, да, можно делать столбики, но, понимаете, все вопросы решаемые, да. В Израиле там вообще нет ни деревьев, ни столбиков. Там что делается? Там вот на камешке лежит,
на камешке и краской изображена звезда. Причем очень интересно. У них куча троп, которые помечены двумя видами краски, там белые, зеленые, белые, синие, белые, черные, то есть много троп есть. А вот эта швейцария, она трехцветная. Белая, голубая, оранжевая. Причем так, белая всегда показывает северное направление, вернее не северное направление, а направление движения на север. Она может запад, восток показывать, но ты всегда понимаешь, что это приведет туда-туда, на север Израиля, холодная. А оранжевая горячая, она показывает на Эйлат. Вот сразу понятно, это своего рода компас. Да? Ты понимаешь, что ты находишься здесь, тебе надо идти либо туда, либо туда. Заблудиться невозможно. Ну, здесь я бы хотел видеть бело-синюю метку и бело-голубую метку. Белая показывает на восток, голубая на запад. Почему? Ну, цвета моря, цвета неба. Синяя — это уже черноморская, крымская ветка, а голубая — греческая. Но это мои мечтания. Надо еще, чтобы глаза попались цвета. Белый попадется, а голубой может... Нет, бело-голубая. Нет, бело-голубая. То есть белый цвет обязательно, чтобы... А чтобы зеленый было. Что-то означает? Или просто разделение? Нет, это просто разделение троп. Вот в том, что Израиль просто... Там два десятка троп, да, они могут между собой как-то пересекаться, и чтобы ты понимал, на какой-то тропе находишься, не спутаться, да, вот они просто разными цветами разделены. Просто вот эта тропа, она вся бело-красная, следующая тропа отсюда, она бело-зеленая, следующая отсюда бело-черная. Где-то они пересеклись, вот ты понимаешь, что ты на этой ветке и не идешь на другую тропу. Или наоборот, ты понимаешь, что вот в этом месте две тропы пересекаются, и ты уходишь на ту, которая тебе там интереснее выглядит. Вы за 20 дней сколько денег потратили, если все? А здесь, понимаете, все зависит от твоего кошелька и твоих желаний. Значит, если ты все везешь с собой, ну, поход — это вообще самое такое бюджетное мероприятие. Да. Что с собой? Взял с собой кашу супов, да, чего не стоит, ничего не стоит. И на этом ты можешь весь поход пройти. Да. А ну, вот эти зарубежные тропы меня как немножко не то что приучили, но всегда интересно, там зарубежные кухни, да. И вообще первый раз я вот с этим столкнулся вот на этих Канарах, да. Ну, там вообще это было вообще вот в моей жизни такое вот эпохальное такое произведение. Да? То есть нужно было проложить маршрут на Канарах, на которых, ну, привыкли, что такое Канары, это пляжно-ресторанный отдых для новых русских, да. Ну вот так сложилось впечатление. А вообще край для туристов вообще прекраснейший, это вообще настолько удивительная красотища. Надо было проложить маршрут так, чтобы не было никаких населенных пунктов, чтобы была вода, а там таки опять-таки запрещено место стоянок, палатку нельзя ставить. Только в определенных местах. В эти определенные места надо было послать заявки, чтобы ты там зарегистрировался, чтобы тебя там... Не то что ждали, чтобы ты там стоишь на законном основании. Вот. То есть нужно было все это оформить. И вот когда по этим местам проходили, так чтобы никаких населенных пунктов не было, были такие места, в которых нельзя было не пройти. Вот просто в этот населенный пункт входишь, потому что там слева... скалы справа, обрыв, и пройти только через этот населенный пункт. А у нас там было 5 человек, и смеялись так. Два было нормальных туриста, два было сиварита и один маньяк. Ну, маньяк — это я самая. То есть я никаких населенных пунктов, все на себе, мы туристы, мы поход второй категории, все делаем, все серьезно. Не, Саш, ну что ты, ну вот давай зайдем, смотри, какой ресторанчик, вот давай сыр возьмем, давай вина возьмем, давай холодного апельсинового сока возьмем. Ну, в общем, уговорили меня, кинули. И я вот, ну, ресторанчик у них называется все, что вот как, ну, все, где подается еда. И вот сидим, вот этот холодный апельсиновый сок, там гранатовый с сыром, там красное вино. Ну, как все чудесно со мной. Вот, такие впечатления хорошие остались. Ну и потом это вот на всех национальных тропах, это, в общем-то, так, в порядке вещей, это нормально, когда вот в Турции на Ликийской тропе, там вообще вот тропа идет, смотришь, она перегорожена. Рядом забор на частной территории. У этого забора стоит лестница с той и с другой стороны. Написано «Чайна-таун». То есть ты перелезаешь через этот забор к этому хозяину на его территории. У него здесь стоит ну, какой-то навес, стоит самовар, стоят стаканы, чай, водичка. Типа вот садись, пей. Тебе рады. А если ты при этом что-то еще купишь у хозяина, тебе будут рады вдвойне. И вот они всех... Ну, вот эту Ликийскую тропу используют для своего, ну, как сказать, помощи, жизнеобеспечения, бизнеса, что ли. Для них это вот какое-то подспорье.
начинал рассказывать про Израиль, это когда друг привез жену, товарищ привез жену и друга в помощь, да, мы с ней проходим эту тропу, выходим в населенный пункт, где должны закупиться водой на заправке, закупились, все, вечернее время, надо ставить палатку, он говорит, давай вот здесь в парке поставим, в городском парке. Ты что, как в городском парке поставить палатку? Да это же, это вот, не то что неприятности навлечь на себя, это все, это конец похода, это всего, но кто ходил по Сибири, там, Хакасии, Алтае, Бурятии, попробуй поставить палатку рядом с деревней, самое, что будет. Ну, может не вернуться просто-напросто. А там, я всю ночь вот так вот спал, как это? А там еще рядом поставили палатку вообще молодожены. Вот просто приехали, поставили палатку молодожены. Я заснуть всю ночь не мог, как это можно? Потом, со временем, я привык, что это вот нормальное явление, когда вот ты можешь поставить палатку там на тропе рядом с населенным пунктом, не опасаясь ничего, никого и никак самое. К сожалению, это вот так самое, к сожалению, вот так. Вот, а вот в Крыму-то как раз, знаете, вот, вот это чувство безопасности, спокойствия, оно было. Не знаю почему, не знаю, откуда оно взялось, но вот оно было, и я как-то так достаточно спокойно себя чувствую. Палатки ставил там где-то рядышком, ну как-то так. Вот где я говорил, в Сибири там пытаюсь эту палатку спрятать так, чтобы тебя никто не увидел ни с какой стороны, никак со мной запрятано. А здесь ставил там, где удобно, так, как удобно. И Крым в этом отношении безопасен. Ну, наверное, так могу сказать на своем личном опыте. Ну, конечно, без 100%, 100% никогда ничего нельзя сказать. Ну, вот так. А вот вы еще показывали фотографии вначале. Энергомост, да, если я так понимаю? Да. А сколько раз вы так сказать, проходили? А пару раз. Сначала туда пришли, а потом обратно. Ну, обыкновенные высоковольтные линии опоры, ничего себе не примечательное, если не знать, что это вот энергомост, который связал. Да. Я просто к тому, что сейчас же мысли о том, что просто гвардия начала охранять этот энергомост как раз. И не может быть такое, что вот восточная часть где-то перерезана будет там, не попасть кровью, не пройти рядом. Возможно такое? Да нет, ну смотрите. Когда у тебя на руках есть какие-то документы, ну вот у меня с собой была маршрутная книжка, зарегистрированная в нашем туристическом маршрутном московском клубе, да. У меня была с собой заявка МЧС крымская, которая я была в форме, да. То есть я законный путешественник, турист и так далее. То есть там даже по законам в период пожаров запрещено посещение лесов всеми, кроме организованных групп. То есть я попадаю под вот эту статью, что я там, раз у меня есть эти документы, то есть я могу проходить пожарно опасные вещи, ну, так. Крымский МЧС вы получали лично или они вам присылали? Нет, спасибо форумам, которые существуют в нашей стране. Я списался, вернее, я послал туда на их МЧС, ну, никакого не ответа, не ответа, что-то, видимо, не живущие туда. Попросил там ребят, девчат, мне просто сделали заявку, прислали по электронной почте. То есть они лично приехали, там сделали и вам выслали? Да. Ну, людей хороших в Крыму много, очень много. Людей хороших вообще вообще много, а вот в Крыму просто очень много. Сейчас еще раз повторюсь, что ходить очень легко. Открываешь компьютер, находишь абсолютно все. Просто вспоминаю старые времена, когда ходили только туда, где можно было найти хоть какую-то карту. Да, и ходили, если кто старшего поколения помнит, гидрологические карты. То есть карты, на которой нарисованы только речки и притоки ручей и поставлены несколько вершин. Все. Больше никаких гор, ни хребтов, ничего не обозначено. Ты сам карандашиком рисуешь между ручьями, видишь, два ручья, значит, здесь должен быть какой-то хребетик, там, распадок. И вот рисуешь вот эти все вещи. А, еще перевалы были обозначены. Вот. Они самые точные. Мы даже в 2008 году, когда готовились к походу, все равно ориентировались именно на хребтовки, вот эти вообще каких-то там далеких годов дедушкиные книжки. Ну, в принципе, что по большому счету надо пешеходнику? Когда идешь, понимать, потому что практически все пешеходные маршруты проложены вдоль как-то этих по берегам рек и ручьев и выходят на какие-то перевалы. Поэтому, в принципе, этого вполне достаточно. А горизонтали это уже так, баловство. А в дальнейшем, то есть в планах понятно, что это мечты, но это реальные мечты, на мой взгляд, тем более, что есть много людей, которые
планирует с той стороны. А карту будете прорисовывать, или это будет все в координатах и в электронном виде? Ну, то есть реально карта, ну, как бы... Понятно, что все эти электронные варианты, ну, я имею в виду координаты. Ну, чтобы карту издавать, прорисовывать надо впечатление. То есть вот в таком виде это будет размещено, и как уже, скажем так, сейчас на Фейсбуке у меня размещено в интернете, то есть все эти маршруты, да, то есть вот ее просто берешь, распечатываешь, потом идешь. Это с Google карта? Нет, это, пожалуй, карта, ну, так, не я их делал, это мой товарищ Турман делал сам. С того же интернета. И они вот по существу вот все являются вот отсюда. Да, они вот отсюда же, то есть проводно вот эти вот все использованы, каким-то образом это вытащили. Ну, просто у украинских несколько изданий, и мы когда ходили, они немножко расходятся в каких-то местах. Ну, да. Вот это мне повезло, вот по ходу повезло купить, потому что их уже наши российские изъяли из продажи, где продавалось на больших магазинах. То есть это уже является реликтером, секретом. Значит, изъяли из продажи, и вот это можно было найти в каких-то там картинах, галереях, где не свойственно таким вещам. То есть вот одну картину галереи взял, где-то еще другую. Это в Москве? Не-не-не, это Крыма. А вы ее сканировать не пробовали? Ну, скажем так, такой необходимый. Они есть все в интернете, это все нет, есть. Этих нету. Вот этой нету? На сайте их нет. На сайте нет. Ну, я, понимаете, как, я в чем-то силен, а в чем-то слаб. Да? То есть вот что там касается картографии с компьютера, это не моя стихия, да, вот мои ноги, это мои ноги сам, они что-то могут. Ну, как такой проблемы с этими картами нет, они везде есть. И вообще в нашей стране проблем с картами нет, несмотря на все запреты. Да, у меня там есть какой-то ролик. Что удивительно, по Крыму хороших карт нету, генштабовских. Все остальное есть, а по Крыму нет. Жалко. А, ну, не знаю. У меня купленные есть все карты всей нашей страны. Кавказ есть, а Крым вообще нет. Куда же? Ну, там мало чего меняется. Ну как меняются? Бедники меняются. А, ну, кстати, по Керчи не было вот этих карт. И Керчи она сделана генштабовскими. Покажите со мной. Вот это все это. У кого генштабовские карты по Керчи? Какие? Белые? Да, белые. Вот это генштабовские карты. Ну там кусками. Крым кусками. Куски есть, двухкилометровка, а кусков нет. Зайдите на САС и посмотрите. САС планета. Да. Что? САС планета. Очень хорошая программа. Ну, скажем так, нам хватило проложить без всяких проблем, а потом еще сейчас же Google Maps позволяет нам сделать все, что угодно самое. САС планета это программа, которая позволяет вам зацепиться за самые разные картографические источники. Собрать их вместе, сделать слой. Вот, да. Так вот, тот слой, который относится к генштабу, по Крыму, он кусочек. Кто-то в Крым собирается, нет? Или ты собираешься? Да, собираемся. А каких часах и на сколько? Ну, я собираюсь, вот суббота там 15-16, вот собираюсь там, в пятницу, в субботу еще билет не покупал. Сейчас по работе надо немножко забраться и на две недели туда. Там на недельку собираюсь. Ну что, если вопросов нет, будем заканчивать. Спасибо за то, что пришли. Расскажите, пожалуйста, какая у вас была обувь? Обувь? Конкретно. Ну, у меня целая конюшня обуви. А сюда ходил вот в вибрамах, вибрамах, кроссовках, кроссовки, соломоновские кроссовки. Трекинг. Непромокаемые, да? Не, наоборот, сеточка со мной, сеточка. А там... Мокрые ноги вот. А там сухо.
Ну там сухо. Ну преимущество сухо. Ну а когда это мокро все равно. Ну, я спокойно к этому отношусь. Проблем нет. Можно одеть мембранные носки. Ну не в крем же, елки-палки. Нет, просто имею в виду, если бояться, что это проблема. Да, у меня как-то так не знаю. Не знаю почему, но я не знаю, что такое мозоли на ногах, я просто не знаю, что это такое. Я вообще не знаю, что это такое. В любой обуви, в любых условиях, не знаю. Но сам собираю. Ноги со временем. Сам собираю коллекцию. Коллекцию снимков больных ног. Жуткие картинки, да? Да. Жуткие картинки. Так. Да, вспомни первые походы. Петр, это вот тут, наверное. Нет, я просто в чужом. Но как часто был дождь все-таки вот за 20 дней? Три раза. Судя по снимкам. Два раза помню. Один раз просто очень сильный, который вот выночил меня с ног до головы, второй там просто крапал так вот. Нет, погода была хорошая, но крем я назвал полярным. Крем полярный крем, потому что было холодно по ночам было. Да. Да. Мы в мае на Эклизе Бурун в снежки играли. Там есть одно место, где снег, видимо, то есть на майские праздники там был снег. Ели мороженое, играть в снежки. Ну, надо знать, где искать. На крабе можно снимать. Нет, там по тропе идешь, вот как бы. Я даже сначала сказала ребятам, нет, ребята, это точно не снег. Они сказали, что в моих словах сомнения, пошли, спустились, это был снег. Это был Крези Бурун, майский праздник. То есть там на Ангарском перевале всегда очень холодно. Вообще разобраться не могу, куда я попал, что это такое. А вот где компьютер нарисован? А нету компьютера. А вон есть, вот сплав и правее. Сплав, наверное. Где? Вот выше, чуть-чуть выше. Еще? Сплав. Еще. И вот правее чуть-чуть. Вот выше. Выше? Вот. А, вот, куда спрятали ты, ну елки-палки. Это вот песок товарищ попал в это мембрану в носке. Но после МБ таких снимков очень много. Так, все, да? Мужчина, наверное, босиком шел. А, видел на МБ, который весь маршрут прошли босиком сам. В первый день сразу натерли, мальчик с девочкой сняли и, в общем-то, это выжили. Рекламная номер. А какие же носки у вас были? А у меня, так сообразить, что у меня были. Или какие вы рекомендуете? Ну, я всегда беру флисовые носки, одни флисовые носки в спальнике, чтобы ночью было нога, в любом случае тепло, как утепление спальника. А там дальше смотришь, да, мембрановые есть, да, есть, как бы этих хлорников называются, неопреновые носки есть, тоже беру. Ну, неопреновые это вот МБ, Роген, там, когда какой-то это. Вот, а так флисовые носки и трекинговые носки, вот, хорошие трекинговые носки. Ну, в портянках ходил, в сапогах сам, я считаю, что лучше. Портянка, да, портянки, особенно когда были советские ботинки, эти вадимовские, они вручали. В туристические походы еще костра подсушил. Лучше сапог резиновых ничего нету самое, потому что только сапогах ноги сухие. Так,
Ну, смотрю, расходиться никто не хочет. Что еще показать, рассказать? Скажите, какая горная страна или еще интересно? Тундра. Тундра. Сыр. Я хочу сыр. Не, Израиль лучше тундра. Давайте Израиль. Тундра, она все-таки тундра. Это вот начало похода. Красное море. Искупался. Начало шли сравнили. Вот я вот там вообще просто жутко прилетел с этим Швили-Исраилем, полтора года собирал информацию, считал, что ну, там везде написано тропа для пенсионеров и детей, там все ходятся, страна ходит, все ходится. Ну я себе 40 километров в день, 1000 километров за 25 дней я и поберусь. Мне там ребята, слушай, ты там это, вроде как опытный, но 40 километров в день по Швили не ходит. Ну так, очень деликатно друг дружку. Ну, думаю, я им покажу, они говорят, но Швиль мне покажется. Значит, первые 30 минут я вот вышел на тропу Швиль, да, вот она Швиль, видите? Вот эта тропа. Ну, какие тут 5-6 километров в час самое можно делать по этой тропе? Ладно, идем дальше. Вот она, камешки, вот она, вот он пошел. Красавец. Вот эта разметка. То есть вот белая показывает, что это направление вот это вперед на север, а это направление назад на юг. Ну, я говорю, что он, может быть, и показывал, что восток-запад может тропа вилять, но она показывает всегда направление тропы. Хаду можно переворачивать. А? Нет, ну таких там нету. Вот. И вот такая жара, 30 градусов с лишним. Вот такие вот виды. Ну, не знаю, мне сразу в первого дня понравилось. А я, у меня был ночной перелет, я спал, ну, сколько в этом самолете можно поспать, что там самое-то. И меня вот уже днем вот так вот сон, может, идти не могу, думаю, дай хоть куда-нибудь прилягу, заснуть. А солнце вот так вот в зените, и тени вообще нет, она вот под тобой. Нашел в камне какую-то дырку, голову туда засунул, и вот так вот попытался хоть немножко часок поспать со мной, чтобы перелетать. Вот это, ну, по нашим меркам пешеходным, единичка Б-перевал. Значит, спускался, матерился, без палки, без всего. А, нет, с трекинговыми палками шел, но трекинговые палки здесь не работают со мной. Вот спустился, у меня такие круглые глаза. А, и в первый день я прошел 6 или 8 километров. А что дальше-то делать-то? Переночевал. Какой красивый вид. Это вот дальше тропа идет. Вот. Вот видите, это вот как раз используется разметка другой тропы. То есть Швиль использует себя, ну, части других троп. Такая красотища, в смысле. А, ну, вот это тоже тропа. Вот сюда надо залезть. Тут вот сколько метров высоты, я не помню, 2-3 метра. То есть она залазит сюда, вот она. 2-3, 3-4, где-то так самое. Ну это тропа, пенсионеры и дети. Ну это тропа. А вот в каких-то местах у них вот такие железные штуки набиты. И даже вот такие лестницы висят. Ну лестница это вот высота пятиэтажного дома. Вот вся безопасность, страховка и так далее. Самое, да? То есть они к этому относятся значительно проще, чем у нас. У нас, если выходы не найдут, с места не тянутся. А это вот куча теплых, ну, вещей просто валяется. То есть, люди пошли, видимо, погулять из Эйлата, не поняли, куда они пошли, воды нет, устали, и вот уже бросают вещи, лишь бы, чтобы куда-то хоть как-то выйти, чтобы живыми остаться. Вот это же барахлица. Вот эта тропа идет наверх. С этим хэндом. Вот она. Но единичка Б, может быть, и нет, но опять-таки горники-пешеходники так трактуют по-разному, хотя стандарт один. Ну, единичка это вот совершенно точно. Ну, красиво. Вот скажите, что красиво. Не знаю, я вот просто влюблен в вот эту вещь сам, это бесподобно. Вот это красотища необыкновенная. А вот это камин. Самый обыкновенный камин. То есть мне пришлось снять рюкзак на себе, просовывать туда, самому вот так вот упираться. И сколько, ну не соврать, ну метров 10-12 он есть. Пенсионеры и дети. И
Это вот я с этого места спустился через камин. То есть я пришел где-то вот сюда, встал, сюда смотрел, ничего понять не могу, пошел там что-то искать, не нашел. Потом вот этот камин нашел, сюда пролез. Вот сюда вышел, стою. Меня с русским языком назвали, я никогда никогда ничего не позволяю. А тут стою и это, блин. Здесь где-то был источник воды, я про него вообще забыл, то есть я должен был здесь заправиться водичкой и идти дальше. Я вообще забыл про источник, про воду, так весь ошалевший от этого тропы детей и пенсионеров пошел дальше. Часа через 4 вспомнил, вот спустился вот это, тут тоже метра 3-4 свободного лазания, спустился туда и смотри, а сколько у меня воды-то осталось? А воды-то у меня на сколько хватит? Что, воды уже нет, что уже на дорогу, что ли, надо выходить? Сел, карту достал, давай прикидывай, где вода, где следующая вода. Вот в первый день сходить с маршрута, во второй день сходить с маршрута за водой, ну это ж уже вообще. Ну, померился, сколько воды, сколько до следующего пункта, ну, дошел до следующей заправки, источника воды. Вот такие красивые вещи. Цвета всякие разные. Это, чтобы под солнце не сгореть. Шапочки такие. Ну вот красивое место для стоянки. Потом к этому привыкаешь, и, знаете, вот пальмы, бананы, все эти, они, конечно, красивые, но красивее березы и осины, ничего нет, число. Вот эта тропа, то есть вот сверху надо спуститься вниз, а это вот дальше идешь вот по такому. Вот этот вот 1Б называется этот, Курум 1Б. Это кибуц, их местные деревни огороженные, вот туда пошел за водичкой сходил. Это соломоновые столбы знаменитые, купи царя Соломона. Вот дорвался до кафешки, ну там как туристический центр, сам, люди приезжают, озеро. Вот взял вот это, и мне еще там второе не привезло. Ну глаза загребущие, жадные, салат съел, наелся, соты выпил, наелся, дальше остальное только вкусил. Собаки в кофейне, это вот нормальное зрелище. Коты и кошки в кофейне, тоже нормальное зрелище. Здесь купаться можно, нет, нельзя. А вот это у меня здесь вообще просто это, ну, единичка Б, а может быть их кто-то и двойка обзовет. Вот это вот тропа. Вот туда наверх. Вот это вид вниз. Вот здесь склон вот этот вот пошел, там вообще ближе к 80 градусам, ну, ступени набиты. Это спуск с другой стороны. Это мой второй день пути. Я просто весь вот... Это опять вот надо наверх залезть вот по этим отвесам. И это с учетом того, что температура воздуха за 30 градусов, солнце печет так, что ой-ой-ой. Вот видите, тропа пошла, видите, да? Набор высоты такой, приличненький. Это вот оттуда. Ночью температура намного прокладнее, потому что спустя. Нет, вы знаете, ну туда вот я ходил с пухом, с спальником, у меня совершенно ночи были теплые, даже временами спал просто вообще без спальника, когда спальник ложился. То есть 20 градусов, 25 градусов. Вон два путника там идут внизу, видите? Веточки. Это молодые ребята, я с ними соревновался. Не догнали. Вот, но мне вот эти вот вещи, я вот в такую вот пустыню влюбился. Ну это первые 15 дней вот пути по нему 400 километров, а потом уже пойдет, собственно, Израиль такой целиковый на сегодня. Вот разметка на камне. А какая протяженность маршрута была? 1000 километров с небольшим. Вот это бывший аэродром чем-то. Спасибо большое. Всего хорошего. Вот ножки. Я вот еще фотографии у меня есть. Будет время покажу там. Где мои ножки только не ходили. Особенно интересно на всяких рогейных, там по грязи и так далее. А то же самое змеи, там скорпионы и так далее. Здесь никого не видел, ничего не видел. Но берегся. Смотрел, чтобы не заползали. Палатку вообще надо привычку закрывать всегда. То есть вот ее замок закрыл, а сам там в любом месте. То есть, даже на Черном море эти склопины залазят. Не наткнулся ни на ничего, слава богу. Вот такое все пересохшее.
А вот очень интересное место, был перегон 40 километров вдоль дороги, совершенно пустынные, но они запомнились очень интересно. Это был военный полигон. Идешь, с одной стороны, вот эти вот, у них броневики ездят, с другой стороны танки. Вот тут Туров, он так из рова выползет наверх, стрельнет и раз обратно спрячется. Ну, то есть отрабатывает вот эти военные действия. И я вот по этому полигону иду, то есть тропа там проходит такая. Потом вот эти вот башни, сорванные из танков, какая-то растительность, и я раз сюда прилег, ну, хоть какой-то тенечек, лежу там, отбиваюсь вот так вот, весь устал, ну, тяжело, жарко самое. И не заметил, что там красной ленточкой было поясно, что вы как нельзя, потом как увидел. Смотрю, броневичок подъезжает, выходит израильский офицер ко мне, там, на английском, а мой английский оставляет желать не просто лучшего, много лучшего. Я ему тыкаю на рюкзак, у меня на рюкзаке метка вот эта вот, Швили Исраиля, белая, голубая, желтая, это показываю, голову Швили Исраиля, я Russian Tourist. Он меня спрашивает, тебе все хорошо, нормально, вода есть, есть, все нормально, нормально, разворачивается, уезжает. Ну и дальше все в том же духе, и дальше все в том же духе. Так, а вот это вот участок начался вообще интересный. То есть я попал, как это называется, ханум, что ли? В общем, этот горячий ветер с пустыни Саудовской Аравии, либо с Сахары, который приносит кучу песка, вот солнце вот так вот не видно, оно все в пыли, в тумане, дышать тоже нечем, вот все разбивается, температура под 40 градусов. А я с этим явлением был, как, ну, слышал, но не знаком, что-то. Понимаете, когда сам не переживешь этого, то все что-то прочитано, это так вот остается. Это. Значит, я шел и пил воду беспрерывно. Вот у меня организм ее не принимал, но я ее почему-то пил, почему-то вот как-то так вот. И потом понял, что спасся только этим, потому что была жара такая и ветер такой, что с кожи тела испарение, пот был такой, ну у меня нет пота, но вот он сдувал все, что вода уходила из организма быстрее, чем я ее в себя поглощался. Вот если бы я этой воды столько бы не напился, ну чем бы тело кончилось было бы. А это вот жена товарища с товарищем. А это вообще вещь уникальная. Это их каньоны, это вообще. Значит, ну, смотрю, вот, наконец вода появилась в луже. Ну, с такой лужей, естественно. Ну, вот с этим фильтром, то швейцарский можно было из такой лужи. Здесь куча скоб набитых. А это подходим, лужа такая. У меня палочка, я первый иду, я говорю, сейчас поверю, сколько там это. Раз палочку туда, надо шланг, раз туда палочку, все нахуй. Я ложусь на этот край, вот так вот туда руку всю засовываю, но мне вообще засунулся. 1.80 м глубина лыжи. Надо бродить, ей надо на ту сторону переходить так. Ну, рюкзак на голову, в общем, перешли. Лесенки, ступеньки такие. То есть, вот. Рюкзак на голове и только голова. Это вот наверх. Вот такой каньончик, то есть ему метров там 5-10 и глубиной там 20 метров. И вдоль него. А это следующий каньон, это вот туда вот. Вот так вот, сверху вниз на каньон. Он вот такой еще. Красотища неописуемая. Еще в свете солнца. Вот выпиленные вещи, чтобы можно было цепляться, там ступеньки, лесенки. Вон палочка моя лежит сброшенная для. Веревочки вот такие провешены. Поэтому я для детей, для пенсионеров. Но я ходил, у меня там был один спуск по тропе, по этим штукам. И у меня мозг вещал, хозяин, ты лезешь, черт с тобой, но у меня-то каску одень, чтобы я хоть там это, на месте остался, когда ты свежесть оттуда. А вот это такое ощущение, что вот как будто там люди в каменную паутину какую-то попали. Вот. Чужие фильмы. Вот видите, там они мурованы. Вот такие натечные, очень красивые скалы, очень красивые барельефы, какие-то рисунки. И свет вот этого всего. А это вот тоже пластинка. Очень интересно наматывается она вот так. И защищает, оставляет только глаза. То есть дышишь через нее, песок не попадает, лицо не сгорает. То есть очень такой, как функциональный головной убор. Арфак. Акация – одно из самых распространенных деревьев мира, очень много сортов.
Мы поначалу вот такие вещи трогали, потом мы перестали. А воды вы с собой сколько брали, таскали? То есть, мне участки? Повезло в первый день. Меня там просто люди встречали, напутствовали. И мне купили воды 12,5 литров. Ну, выкидывать и выливать было неудобно как-то так. Вот. Я думаю, ладно, понесу 12. Вот эти 12 меня и спасли, что это было 12. Максимально было 15 литров. А так обычно 6-8 литров таскал. Можно спросить? Вот то, что путь, который вы с самого начала рассказывали, от одного источника до другого, сколько вообще нужно брать воды? А это, понимаете, опять зависит очень индивидуально. Да, есть люди, которые очень сильно потеют, и вот там с него вода вот такая льется сама. Есть такие, как я, худой вроде как, ничего не надо. Потом опять сколько градусов? Я тоже. 30 градусов жары или 20 градусов, совершенно разные впечатления воды. Ну, я с собой вот по Крыму там порядка 2-3 литров таскал. Но опять понимать надо, на каком участке, да. Либо тебе просто попить, либо ты с этим будешь готовить там супчик и что мне вот еще купаться хотел. Вообще, да, купаться вообще негде, да? Нет, или почему же негде? Идешь, вот смотрите. Вот приехали, значит, искупались, точно сказать, правда, это переправа. Искупались здесь на проливе между Черным и Азовским морем. Вот здесь прошли в первый день похода, купаетесь в Азовском море. Через 3 дня купаетесь в Черном море. Потом, ну, все ваши купаться не стоит. А, ну вот здесь, на Азовском море, можно искупаться там 2-3 раза, пока ты идешь по этой берегу. Спускаешься здесь, опять купаешься. Ну и здесь еще купаешься. Сложно понимать, почему? Потому что все побережье Крымское, оно застроено. Поэтому как мы старались сделать так, чтобы все-таки видеть природу, а не морское побережье, в которое там заложено отдыхающими телами отдыхающими. Что-то? И соображения гигиены. Не то, что там купаться и сидеть, а так, чтобы там мыться, зубы почистить. Так, давайте подумать. Вот спасибо, что сказали, потому как у мужчин соображениями гигиены немножко проще. Нет, ну смотрите, по большей части пути, нет, если этим озадачить, все, я понял, я просто что-то это сделаю и внесу какие-то не только коррективы, а вот разделчик. Практически всегда, день через день, есть такие источники воды, которые достаточно большие, в которых можно там нагреть воду и помыться, то есть это, ну как и в любом походе, наверное, самое. То есть, нет, это не та проблема, чтобы она была какой-то такой. Ну, серьезной такой проблемой. Нет, это решаем. Но опять-таки, значит, просто каждый понимает, для чего он идет и зачем идет, да. То есть это просто какие-то более большие емкости, котлы, в которых можно нагреть, там костер. Но опять с кострами здесь тоже сложно. То есть вот здесь надо приучать всех, что надо ходить без костров, надо ходить только с газовыми горелками или в крайнем случае востокой щепочницей. Ну, я вообще просто за газовую горелку, потому что, ну, чтобы природу не менять. А это вот просто провалы. Так, нам, наверное, надо заканчивать. Ой, слушай, без 15 есть, что-то мы так увлеклись. Все, давайте.